препути. Короче, друзья мои, у нас сегодня пивной вечер. Сейчас покажу вам. Она такая, вот такая вяленая, вечеринка. Да? Она не сушеная, она вяленая. Она, ну да, она... Вот это реакция, видишь, у Ивана Андреевича. Вяленая. Или вот такую сушеную прям. Не досушила. Тебе надо на самом деле двойной этот какого. Привет всем, привет. Кто присоединился? Ребят, сразу хочу сказать, что у нас с вами разница во времени. Ну сколько времени тут? Ну и с Россией. О, так сейчас время там. Да, и да, доброе утро всем. У нас вечер, я вам просто скажу, чтобы вы не подумали, что я с самого утра уже наколдырился. Так, привет всем. Доброе утро, у нас 4.13. А ты что не спишь в 4.13? Вечеринку затянул? Давайте втройную. Троячок? У нас сегодня трояк намечается. Катюха любит трояки. А что ты сразу засмущалась? Что, я всем рассказал? Мы сегодня затарили, смотрите, разного пива. Нормальная. Я ее не пересолила. Она еще, прикиньте, всем врет, что она это на рыбу готовила. Я ее не досушила просто. Присоединяйтесь. Ванечка, где вы там? Мы сейчас... О, икра появилась, смотрите. Любите икру? А ты вкусная, да? Слушай, ну вот это, у меня повкуснее рыбка попалась была. Ну, поэтому и говорил, на балкон надо было положить, чтобы она засушилась. У нас 9.14, это, наверное, Красноярск у вас, да? Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Карантин как проходит у вас? С ума не сходите там дома? Сидите. Мы не сходим. А что ты пивас не берешь, что ли? Славян, ну хватит любовниц, убирай. У нас тут... О, икра, да-да-да. Можно я сюда, да? Конечно, Андрей, это все. Это все! Так, здравствуйте. Угу. Не обращайте внимания на мою прическу, потому что я после тренировки. Эти пиво ел. Вот молодец я или нет? Но я это не часто делаю, поэтому... Каждый день. Не ругайтесь на меня. Каждый не встречайте. Что каждый день? Бухает. Но. Ваня, ты ходишь в магазины. Я, друзья мои, кто мои сторисы смотрит, посмотрите. Там же я выкладываю всю информацию. И на YouTube канал видео записал, посмотрите. Кому интересно по поводу магазинов, как все в Америке сейчас происходит. Please, one. One beer? No, one fish. А, one fish, окей. Okay. Merci. One buy, get free. Это нормальная рыба? Так, ты с кем? А вот наша компания веселая. Жуки. Компания называется Жуки. Вячеслав Валерьевич. Екатерина, как вас по батюшке? Валерьевна. Валерьевна она тоже. Валер, ёп, Макарёк, Валер. Тогда модно Валера было. Валера, сила собралась. Валера модно было называть. Угу. А сейчас Валера проклятие какое-то. Неправда. Ну как неправда? Мы в городе Герои Майами. Майами город герой. Привет из Нью-Йорка. Нью-Йорк, не хочешь прямой эфир? Расскажи, пожалуйста, как там вообще у вас обстановка? Вот он профессионал. Это уже все. Сейчас я добавлю знакомого Владика. Если возьмет трубку. Это кому-то это, да? Нет, только сяну. Так. Невкусная, да? Она легкая, как корона, на самом деле. Вот. Знаете, сколько она стоит? Сколько? Она дешевая? Дорогая? Ну здесь стоит так же самое, слушайте, стоит. Сколько она стоит? $2. $2 корона тоже стоит. Она тоже такой дорогой? Нет, $2, да. В смысле дорого? Смотри, на местной получается недорого. В Таиле, ну, недорого стоит. Ну, на местной это $2. То есть 40 бат, 45 бат она стоит. Ну, то есть это недорого на местных. Короче, не берет трубку. 2 месяца назад. Кто-то меня будет добавляться в прямой эфир? Никто не хочет. Ну ладно. Что 2 месяца
Рассказывайте, как? Это захлебывает, видите, слышите? Захлебывает пивас, как последний раз. Начислить, да? Давай, начисляю. Тебе по колышко? Все. Я нахожусь в двухница. Накидается, да. Давай только решим, кто будет ее относить. Сразу вам. Я не понесу. Поверь мне, пиво накидаться это не вариант. Слушай, мы с Аней по 6 бутылок. А расскажи, пожалуйста, как вы с Аней по 6 бутылок выпили? Мы? Да. Мы с подружкой выпили по пару бокалов вина. Так. И были очень даже трезвые. Так, а где 6 бутылок было? В какой момент сюда пошло не так? Все было в порядке. Слушай, ну... У нас очень стойкие, выносливые организмы. А знаешь из-за чего? Чем чаще бухаешь, тем... Неправда, я очень редко пью. Угу. Угу. Славян, как ты относишься к алкоголизму? Отрицательно. Любишь ли ты выпить? Нет. Нет, ну серьезно, не люблю. Слушай, на самом деле вот... Я люблю ходить по алкоголю. Знаешь, я могу выпить один бокал вина, так. И все, мне достаточно. Угу. Я раньше всю жизнь ел лобу, знаешь, чем с квасом. Какую всю жизнь? Ну, так раньше. Раннюю всю жизнь. Когда был квас, плохо было. Ну, такая у нас компания, поэтому... О, посмотри. Давай Анюту добавим. Сыкуха, Анюта, ты. Дальше по списку. Так, Анюта, может быть, это... Есть твоя Анюта? Нет. Все. А зачем вы отправляете запрос? Давай добавим. Слушай, рыба, у тебя тоже с икрой? Нет. Нет, у меня тоже с икрой. Короче, все соскакивают. Доброе утро. Так нет, почему? Пусть я знаю. Нет. Мы же твои... Да какие вы мои фанаты, друзья? Мы все одинаковые. О, Симон, братан, вот это ты точно не соскочишь. Сейчас будет. Только без мата, я тебя молю, пожалуйста. Ну, пошел. Красавчик, ты знаешь, что за тигр? Здорово, здорово, Нюк. Тут уже это тебе говорят, симпатичный. Берешь товар? Ну... Товар берешь? Привет. Катюха, местная наша, местная. Липка. Липка. Ванёк, в каком городе? Майами. Ладно, давай. Майами One Love. Просто, вот просто. Ты скажи честно, пил сегодня с утра? Нет, Вань, ты обо мне плохого мнения. Я тебе? Ты свежачок, да? Ну да, я вечером пил. Вчера, да? Вчера. Слушай, а ты во Владе? Да, во Владивостоке сейчас. Как там обстановка? По кайфу? Да, блядь, все закрыто, Вань. С понедельника по пятницу, соответственно, с банковским режимом работаем. Все остальное время... Вань, я на рыбалку начал ходить, ты представляешь? Ты там бухать начал, да? Ну, да нет, кстати, вот что не врать... Алкоголь употреблять вот в связи с этим карантином, ну просто нет интереса. Нигде не погуляешь. Точно, да, никого нету, да, никуда тусануть не хочешь. Ну ты понимаешь, да. А мы сегодня. Я в клубе. Вань, я в клубе последний раз был, кстати, наверное, в Майами. Да. В Ливе, да. Там есть классный клуб в Ливе. О, Лив, да, прикольный. Фонтенблу, который находится, да? Да, 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 да. А я там жил. Я в Фонтенблу жил. Ну, хорошее место. Хороший вкус. Да, все нет, кстати, классный. А я вот, я в феврале только вернулся оттуда. Еще приедешь? Слушай, ну я думал вообще в мае, но видишь, обстановка у нас такая, что я чувствую... Слушай, ну я же смог приехать. Слушай, ну ты успел просто. Заскочить. На огонек. А у вас есть... Слушай, а у вас заболевших много в городе? Нет, слушай, ну показывают, по-моему, по краю, что-то там 20 человек в день было. Слушай, я не знаю, тут по всей Америке рассказывают, там трэш какой-то происходит.
В Майами, вон, все спокойно, гуляем, занимаемся спортом. Но пляжи закрыты, единственное, что. И торговые центры, а так все остальное, в принципе, работает. Буклятки, ну, магазины. А в плане кухни, ну, в кухне вообще... Только тейковые можно взять. А, ну понятно. To go. Понятно? Вань, смотри, Вань, там спрашивают внизу, ты мой брат? Похоже, да? А мы похожи, да? Просто, у него просто, как бы, этот, все наоборот у нас, понял? У меня здесь вот. Ну? Мой брат и сестра. Чур я брат. Да, пожалуйста. Ролевые игры. Эти ролевые игры до хорошего не доведут, я всегда говорил. Да. Как и погодка в Майами? Слушай, жара погодка, Оксан. Сам знаешь, как тут погодка всегда хорошая. Ветер сегодня был. Мы вот там надолго дегустируем пиво. Надолго ли я? Да-да. Ну, как всегда. Как всегда, неизвестно. Карантин же как? Пока не выгонят. Пока сейчас не выгонят, да. Ну что, пробуем новое пиво? Ну, красавчик. Слушай, но... Пожалуйста. Может быть, Эдингер. Так ты сам на пивасике. Ваня, кстати, я, по-моему... В жизни видел раза два всего лишь, как ты пьешь алкоголь. Вот это третий. Да? А этот как его? А ты сколько раз видел, сколько я пью алкоголь? Слушай, я, честно говоря, очень часто видел, поэтому я удивлен, что ты сейчас трезв. Понял? Потому что каждый... Ваня, у меня полдвенадцатого утра, какой трезвый, какой пьяный. Ну, раньше тебя это не останавливало. Утром... Так это на отдыхе. Так это в Таиланде. Ты не на отдыхе? В Таиланде. А по Влади, ты помнишь вот эти? Ванек, Ванечек, скоро все будет, скоро обратно приеду. Да, я говорю, понимаешь, на отдыхе это все по-другому. Мне даже, кстати, вот, что касается Америки, прям нравилось. Америка или бухать в Америке нравилось? Да и то, и другое, Ваня. Я же еще в Одиноково там был. А сейчас уже все? Кольцо на палец? Нет, я имею в виду, в смысле, нет, я и сейчас в Одиноково, я имею в виду, там вообще один был, даже без друзей, без никого. А ты как так? Ну, вот так. Ну, то есть, моя компания была только с кем я там познакомлюсь. Ух ты, слушай, ну у тебя такой хороший отдых, на самом деле. Жестко. Да, и, короче, у меня была прям программа «Максимум». И я что, ты сильно назнакомился? Да, нормально назнакомился. Поэтому в мае хотел приехать, да? Да, но знаешь, что я скажу? Мне прям очень... Вот менталитет у разных стран реально разный. Это прям сильно замечаешь. Но касаемо Америки, ну, я прям был в восторге в плане менталитета. Я, получается, был... Слушай, ты мне скажи, вот куда бы ты вот повторил бы? Таиланд, Бали, либо... А ты на Бали был, кстати? Да, был. Таиланд, Бали или Майами? Куда бы ты еще? Майами, конечно. Вот мой человек. На вышел, позвоняем. Так, я что-то прослушал, выезжал тут с перекрестка. Кто там чей человек? Ты молодец. Катюха. Ты молодец, то, что выбрал Майами. Братан, я тебе скину ссылку, ты приедешь. Да, я как только получится, я тоже вот прям... Да, в смысле, Вань, понимаешь, я возвращаясь с Америки, вернувшись сюда, у меня была только одна мысль. Что решить такого, чтобы туда переехать? Ну, естественно, переезжать просто так не хочется, нужно ехать на готовое, да, на что-то, чтобы и была подушка безопасности хорошая. У тебя теперь есть Катюха здесь. Сколько ему лет? Отлично. Ты такой умный. Братан, она сейчас буханет и едут. И видео тебе какое-нибудь интересное зашлю. Ты что, ты не слушай его, он прет. В смысле? Мне, Вань. Я на самом деле вообще не алчный, но мне просто интересно. А у Кати есть гражданство? Не, братан, она такая же наварика, как сама, понял?
Оно уже 5 лет на Мариках. Вань, ты вот спрашиваешь разницу, ну, ты спрашиваешь, вообще, как Владивосток, ну, вот посмотри на вот это. Да, ну, да, слушай, я быстренько еще нажрусь. Что такое там? Да, слушай, ты говоришь, странно, почему я еще не бухой. Вань, а как здесь, блядь, ну, трезвому, да? Да, это трэш. Ну, да, с тобой согласен. Собственно говоря, поэтому... так, блядь, понимаешь, лишили удовольствия даже охоты. Отменили путевки, ни на охоту не поедешь. Никуда не поедешь, приходится с понедельника по пятницу работать. С субботы по воскресенье находить какие-то такие удовольствия, которыми раньше не занимался. Это выезд, блядь, на природу порыбачить там. На шашлыки, да? Не, ну, подожди, вы еще, блядь, нормально себя чувствуете, вы ездите. Вон в Москве все сидят на жопе, там воют. Вот так вот сидят дома. Слушай, ну это сумасшествие, это реально полнейшая деградация. Полнейшая деградация. Когда ты находишься так, ну у меня нет вообще ничего другой мысли. Вот когда я дома сижу, это кроме фильмов, хотя я, по-моему, все пересмотрел. Поиграть в приставку и, блядь, бухнуть. Позвать кого-нибудь в гости и бухнуть. Что, блядь, вот еще можно делать? Да нет больше вариантов. Короче, еще тема, знаешь, какая? Oh. Еще позвать кого-нибудь в гости и бухнуть. Да, причем мы начали покупать настольные игры. Понимаешь, ценности у людей меняются. Мы начали играть в покер, собираться, покупать настольные игры, играть в Уно, там во всякую херню такую и так далее. Еще знаешь что? Мы, короче, тут из бетона, прикинь, тут же залы все закрыты. Из цемента сделали себе гири, вон на балконе лежат, залили, короче, их в горшки и занимаемся здесь. Представляешь? Слушай, ну, я тебе говорю, вот реально, это такая встряска для населения всего мира. Люди находят выходы во всем. И самое смешное, что в Америке людям-то помогают, вон всем по 1200 выдали. Катюха уже бабки рубанула. Ты думаешь, за какой счет мы сегодня пиво пьем здесь? За мой. За мой. А ты же песни ей дали. Да. А Россия хуй сосет, как обычно, блядь. Ну, все по стандарту. Никто здесь другого и не ожидал. Ну, а за что мы налоги платим? Конкретно я за что плачу налоги? Ты налоги платишь. Вань, ты понимаешь, вот, ну, это... Вот эти слова даже, ну, я не произношу никогда, потому что, ну, это уже какие-то, они приняли образ какого-то убожества, за что я плачу налоги, за что вот я там, не знаю, вот адекватно там, за что я НДС плачу, НДС свои, со своих заработанных денег, я должен, блядь, 20% только чистого НДС, не считая налога на прибыль и так далее. Адекватно выходит где-то 40%, я миллион заработал, я должен, блядь, 400 тысяч, там, 420 тысяч отдать государству. За что, блядь? Катюха тут уже как цифры услышала, так с цепи сорвалась. Я к примеру говорю, давайте скажем 10 рублей заработать. Ну, так интересно. Мы будем конфиденциальны в наших заработках, поскольку мы в прямом эфире. Да мы вообще в прямом эфире я зарабатываю 10 рублей. Это не по-настоящему все. Короче, братан, кругом обман, уйду в туман. Да, Вань, так и живем. Как иначе? Так и живем. Слушай, ну... Костян, кстати, там где-то в ваших краях. А я знаю, мы с ним списывались, но так еще и не увиделись. Он, я так понял, что-то там хочет на Путину попасть. Что-то из этого разряда. Ну да. Что-то какое-то мутное он делает, да? Ну да, ну типа и корки хочет замутить, как я понял. И корочник, а это все легально или нет? Ну, я так понял, что он хочет легально, мол, у него его кто-то пригласил поучаствовать в моменте. Ну, как я понял. А вообще, ну, самое, конечно, прибыльное, но и самое опасное, это нелегалка. У нас здесь
тысяча километров от Владивостока в сторону Биробиджана, это туда, за Хабаровск. За Хабаровск. Mm-hmm. Там на черную икру нелегалочка. Идет, у да? Нас... Ну, у нас, смотри, у нас килограмм продают нелегалы. Просто вот туда приезжаешь, 13 тысяч килограмм. Охренеть. Можно... Прям там барыжат, да? Прям там можешь на низовье приезжать покупать. Нет. Но если тебя возьмут с черной икрой нелегалочкой, тебе пиздяк. Ну, а сам понимаешь, смотри, они за 13 тысяч килограмм. Смотри, да. Нет, там прям ОМОН их берет с автоматами, там вообще жестко. Смотри, но смотри, вот там вот 13 тысяч килограмм. Во Владивостоке, да, допустим, она доезжает до Владивостока, она уже стоит 26 за килограмм, ух, нелегалка. Да. Дальше, если ты ее до Москвы довез, в Москве она автоматически вырастает в 40 тысяч нелегалка. Ну, как бы, если это все дойдет, конечно. Так звучит хорошо, но это должно дойти еще, да? Ну, слушай, да, ну почему? По России спокойно все перевозят. Ну, правда, ну, я лично, в смысле, не занимаюсь икрой. Ну, целая куча знакомых, ну, я так для себя могу купить. А целая куча знакомых, кто занимается, там вообще трешак полный. Бля, Вань, ты не застал момент? Или за... Да, стой, подожди, ты застал. Помнишь, я в Таиланд черную икру привозил? Ну да, которую мы не ели, ты кому-то отдал. Да почему ели? Я килограмм привез. Ну это значит килограмм. Без меня, братан, вы ели. А, ну значит без тебя, да, ели. Это, в чем суть? Я же ее, чтобы через границу провезти, в курсе продается имитация черной икры, вот эта в банках. Ну, полкилограммовая? Ну, в смысле там в баночках, типа там какая-то... На самом деле не черная икра, они там из силикона, блядь, какую-то черную икру делают. Типа, она стоит там 200 рублей в магазинах, банка. Ага. Такую же икра. Короче, искусственная черная икра продается. Вот я эти банки, я купил в магазине, выкинул в помойку. Выкинул, да, в помойку икру. Протер все спиртом, там, мы все вымыли. Фасанули все по этим банкам. Ну, то есть, типа, это вот, ну, крашеная. И вот таким образом привезли, ну вот я 2 килограмма привез в стай. Хотя можно только 400 грамм. Да нет, он смотрит. У меня мусорских в эфире нет, поэтому нормально все. Да, господи, что с меня, ну, а что такое? Пиздец, я нарушил там, ну, у меня бы ее отобрали, максимум, чтобы сделали. Я же для себя вез. Я же не на продажу. Я все это для себя вижу. Вон все ржут, говорят, красавчик, молодец, говорит. Воровской жизнью живет. Звезды можно бить. Да, действительно. Пацан привез на Новый год себе покушать. Себе и пацанам покушать в Таиланд икры. Все, вор. Вор. Вор должен воровать. Да, на коленке сейчас звезды еще где набить, вон сейчас на шином... где бьют. Слышишь? Что-то еще. А дискотеки тоже у вас ничего не работает, да? Что говоришь? Танцы работают, танцы. Вообще ничего не работает, Вань. В смысле, серьезно. А только по знакомству, знаешь, там заходишь в какой-нибудь ресторан. Кальянчик, да? Звонишь менеджеру. Там типа, там, например, Кать, а запусти. Она, блин, там, например, из персонала только одна официантка, окей. Там сядешь тихонечко в углу, покушаешь, только таким образом. А так, прям трэш. А, даже так? Нифига себе. А так все закрыто. Все абсолютно закрыто, только доставки. Точно так же, take away. Take away. To go. Take away to Англии. To go, тут же Америка. Тут же американцы. To go. Ну, мы тайцы, да? Мы же тайцы. В Таиланд едем? Ну, блядь, да на самом деле, мы все, кстати, ты, не знаю, помнишь, нет, там, Юрку, вчера сидели с ним, разговаривали, что реально, как только откроют границы, это, знаешь, как где-то картинка была, где на крыльях самолета люди сидят и летят куда-то. Вот реально, мне кажется... Я сегодня выложил видео, там, где только, говорит, после карантина, есть самолеты, вот так, один за одним. Ну, вот, я прям...
Я прям чувствую, что будет такая херня, знаешь, бизнес-класс будет, Владивосток-Бангкок, бизнес-класс будет стоить 2 миллиона, эконом 500 тысяч, на крыле 200, вот по-любому. На крыле за 100 можно ворваться. Вот, вот, смотри. Да. Вырвали. Хватит по мусоркам лазить. Ты представляешь, по мусоркам он лазит. Вы выкинули что-то лишнее или что? Да, рыбу. Он говорит, зачем вы кости повыгрызали и пузыри любят вот эти, представляешь? Сейчас будет жечь пузыри. А что ты рыбы сюда попала? Короче, мы сегодня поменялись. Сегодня ты, короче, на бизнесе, да? А этот, а Иван Андреевич, он, видишь, на бокале. Тоже. Алкасада не делай последнего. Ты не такой. Так, бандит, я, короче, полетел. Дальше. Тебе хорошего дня. Давай. Так, еще кого-нибудь добавим. О, Костян бы там был. Костян бы тоже подключился к нам. Сколько лет ему? Костян молодой, 23, Костян. Здравствуйте. Привет. Здрасте. О, здрасте. А мы уже с вами выходили в эфир или нет? Нет. В любом случае нет. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Как дела? Как карантинить? Вообще шикарно. Вас даже не ждали. Чего? Мы вас не ждали, Иван. В смысле не ждали? А я... Да если вы не идете, тогда я иду к вам. А, давай, в Москве. Вы в Москве какой район? Куда идти? Нижегородский. Все. Пешком или на электричке? Пешком или на электричке? Давайте на самокате, на электро. Сколько отцов? На самокате. Так, а где люди? Где люди? Не вижу людей. Вот, глазик один, видите, Иван? А куда Андреевич глазик смотрит? К вам в глаза, вот. Вот прям в такт попрошу. Что делаете? Чем занимаетесь в Москве утром в такую рань? Мы пьем, на самом деле. Мы пьем, вот видите. Бухаете, да? Ну, как и вы. Че, мы хуже вас, что ли? Я культурно отдыхаю, что значит бухаю? Ни хрена себе культурно. Мы тоже культурно. Буржуа пьем. Кого бьете? Буржуа. Это что такое? Буржуа. Сами гоните, что ли? Блин. Да. Вчера гнали, начали жрануть его. Кто научил? Вчера гнали, а сегодня решили есть, выпить. Это вы, получается, не спали еще, да? Ну, как бы да. Понятно. Дискотека была, караоке, все эти дела были? Конечно, да. Самоизоляция же, что? Слушай, а интересно, если сейчас, короче, соседи пьянствуют и буровозят, вызываешь полицию, что полиция делает? Не бедарик им наступает. Не приезжает? Приезжает. Приезжает, да? Конечно. Как-то не приезжает. Ну, мало. Я ж вызываю, значит, приезжает. Я думаю, сейчас, потому что они настроены на то, чтобы людей ловить, чтобы по улице не ходили. Да, конечно. Я вот 3 недели моталась на машине, только единственное, вчера остановили меня. И то проверили якобы документы по паспорту, и все. Они говорили, дыхните в стаканчик нам, дыхните в стаканчик. Нет, мне кажется, там даже дышать не надо было. Там все понятно было, да? Да нет, я только все начала, ну, вчера. А что празднуем-то, я понять не могу. У нас вот сегодня день пива. День рождения. У кого? У меня подруги день рождения был на днях. Как зовут подругу? Или она, Алена. Или она сама приходит? Она ко мне приходит. Смотрите, Иван. Я сама пришла. Иван, дорогая, привет, моя сладкая, моя золотая, моя хорошенькая. А вы вообще где сейчас находитесь, Иван? В квартире нахожусь, вот видите. Ну, точно не в Москве, да? Нет, в Подмосковье нахожусь. Серьезно? Да. Приходите, приезжайте. Пиздите мне. Конечно, сейчас прям метнемся. Ну что? У меня проба спустя. Такой день хороший. День рождения. Какой? У вас тоже день рождения, да? Да.
Ну как, глотать нормально? И глотать? Слушай, нет, я вот не знаю, хотел у нас спросить, как глотать, нормально? Глотается! Блин, не могу! Че, глотать не можешь? Сплёвывай! Не можешь глотать, сплёвывай! Не можешь не глотать! На самом деле. Ну, на самом деле. Не, серьезно, вы в Москве, что ли, находитесь? Конечно. А что там у вас это в Инстаграме, всякая хрень, что давно не в Москве? В Инстаграме всякая хрень? Что вы подразумеваете? Блин, ну я бы сказала чуть по-русски, но тут много людей, мне кажется, нет? Ну, я думаю, не так уж много. Я, ты, да и твоя подруга. Подумай, соточка, да? Нас всего трое. Все по-русски сказано. Все хорошо. Вы, короче, Белочка Иван, к вам пришла, бьёте? Да, я так смотрю, потихонечку. Кто пришла? Белочка. Аленочка? Белочка. Кариночка. Какая Кариночка? Какая Белочка? Нет, ко мне сегодня лисичка только приходила. Какая Белочка? Медведь? Лисичка. Медведь, блин. Вы караоке поете? Пела, отпела свое. Давай, старость уже давай, не дам. Давай споем с тобой. 20, 20. Давай вместе споем. Давай. Конечно, сейчас споем. Какую песню? Твоя любимая какая? Стерва. Знаешь такую? Да. Давай, ты начинай, я подхвачу. Ну, давай, давай, конечно. Ты же не знаешь ни хрена. Почему? Ну давай, начинай, смотри. А спорим, что ты не знаешь ее? Давай, знаю, спорим. Спорим, на что спорим? Я бы сейчас сказал. Ну, походу, у тебя много свидетелей, да, на спор? Конечно, два вот сидят человека, слушают. Блин, а у меня три, косяк, значит, я выиграю по-любому спор. Думаешь? Знаю. Ну, ты еще начала, как ты можешь выиграть? Блин, если я сейчас спою, мне кажется, соседи к тебе придут, а не ко мне. Давай, давай, что ты только угрожаешь нам, давай спой. Я не умею петь. Ну, я тоже не умею танцевать. Я танцую, ты пою, договорились? Блин. Зачем ты штопор берешь в рот? Штопор мацает руками. Ты определись, в рот беру штопор или руками верчу его? Ну, верчу тебе. Во-первых, я не сказала. Мацаешь. У меня, блядь, следи, человек с тебя смеется, и он на телефон записывает. Я уже слышу по голосу, по смеху, что девушка. Нет, это не девушка, это негр. Серьезно? Да, вот. Где? Ты девушка, я же говорю, девушка. Все, ладно, все, пока. Давай. А зачем ты выключила? Качня вот эта вот. Она приходит ко мне в прямой эфир, так. А что ты выключил? Смотрим, кого здесь сейчас добавим. Да ладно, весело, мне кажется, девушка. Девушка была веселая. Она очень веселая, потому что она пьяница. Она с утра уже бухает. Она не пьяница, она чуть-чуть веселая. Алиса, закрыла. Ну давай вот так прямой эфир. Давай будем прямой эфир вот так вести. Ты в туалете, что ли, какаешь? Родная, ты какаешь? Я в домике. Ладно, отключили. Дальше. По списку поехали. Добавляем. Натали, удали мои печали, Натали. А видите, а я-то хотел со стервой спеть. О, салям алейкум! Здравствуйте! С Новым годом! Не хотел больше общаться. Тетя Наташа! Наталья! Эта девушка добавила, она веселая была. Она очень веселая была. Слишком, по-моему, для нашего прямого эфира. Она была веселой. Уж больно. А что ты там в рот берешь? Знаешь, когда нечего... Опа, здравствуйте! Вы за интернет заплатили?
нет, походу, там что-то присутствует. За интернет спрашиваю, заплатили, как слышно меня? 8 мая, 1000... О, алло, сеть почтовая. Алло, отлично. Салям алейкум. Малейкум ассала. А вы чего такие пьяные, веселые? Вы где? Вы где? Где вы? Где вы? Воронеж, где вы? Воронеж. Мы в Воронеже. Как слышно меня? Прием! Прием! Слышно отлично, отлично. Как слышно? Если меня слышно, кивните, кивните. Воронеж, как проходит ваш карантин? На работе. Мой карантин на работе. Работать запрещено. Работать запрещено. А у нас пищевая продукция, нам можно. Вы за что именно отвечаете? За сало? За сало? Нет, за печеньки. О, вы наш человек. Вот эта соседка Катюха, она сжирает все сладенькое, то, что у нас есть. Кидайте, кидайте адрес Катюхи, я ей по-братски печенюшки пришлю. Ой, что я ты? Так их люблю. О! Спасибо большое. Будет такой салам из Воронежа просто. Ах, какая сладкая, хорошая. Не надо, не надо, богатая. Воронежу больше надо. Так, и что, вы на кассе стоите там? Где маска? Я технолог, я контролирую процесс производства. А, то есть вы еще и готовите там все, да? Нет, я контролирую, готовлю не я. Короче, завщик... Можно я буду есть? Завщиком смотрите, я да? Кушать, конечно, приезжайте. Ой, спасибо большое. Воронеж. А скажи, пожалуйста, а почему производство не остановили? Карантин же везде. Все... Ну, люди-то кушают. А, то есть продовольство как бы нормально все, да? Конечно, да, пищевые это производства это работают. Классно. А в Воронеже сейчас много у вас там заболевших вот этого всего или нет? Ну, да нет, не особо. Но карантин никто не соблюдается, мы самоизоляцию тоже, народы много везде катаются. На шашлыки ездят. Дарят, бухают. Бухают. Вообще полный беспредел. Слушай, я тут недавно на видео нарвался на такое. Идет мэр какого-то города. И такой с микрофоном и в маске. И к чуваку подходит, говорит, а что вы гуляете, говорит, здесь? Он говорит, да пошел ты нахуй. Это когда спортсмен на площадке был? Да. Да, вообще, такое видео просто вот. А у нас, вон, видишь, вы печенюшки, а у нас Катюха нажралась. Понятно. А Ваня, ты в Москве или где? Да, в Москве, в Подмосковье. На Дом-2 не будешь возвращаться? Буду, вот уже через час выезжаю на Дом-2. Ну, серьезно. СМС-ки будете за меня отправлять? Я всегда за тебя отправляла. Спасибо большое, я знал. Я знал, что есть человек из Воронежа, который отправляет булочки и СМС-ки за меня. Возвращайся на Дом-2, там такие все стрёмные, вообще ужас. Даже смотреть неохота. Ну, правильно, не смотри, я тоже так делаю. Я им забастовку устроил, они меня зовут. Строкова была наша воронежская, хоть было приятно посмотреть. Ушла, все. Все, да, уже смс-ку ни одну некому за кого отправить, да? Да, не за кого, да. Блин, только если за Колю Должанского, он там отжигает опять. Весело, да? Коля? Да. Ой, да, там со своей девчулей они зажигают. Конечно, но со Строковой бы, конечно, они поинтереснее смотрелись, да? Со Строковой, ой, намного поинтереснее. Понятно. Слушай, еще такой вопросик. Вот, допустим, а если вам запретят работать, чем будете заниматься дома? Ну, нас сажали уже на неделю на карантин. Я собралась и уехала за город. За город? На шашлыки опять? На базу? Да. Неделя, тут на 2 месяца нас посадили. Нет, но у нас прогнозы такие, что мы работать будем. Мы даже все майские праздники работаем. А почему без маски? Я в помещении, в кабинете одна, поэтому мне не надо пока. А если напротив коронавируса есть? Вань, какой коронавирус? Ты в него веришь, скажи мне? Я не верю. Да и я не верю. Это обычная пневмония, но людей напугали до такого, что они уже все позакрывались и не выходят. Фигня это все. А у нас есть товарищ, вот Слава, он говорит, что он переболел коронавирусом. Мне кажется, я тоже переболела. Слав, расскажи. Ну, переболел, что? Какие у тебя были симптомы? Так. Все как ОРВИ.
Ну это, блин, мне кажется, это обычная простуда. Если ее не заболевать, ничего не будет. Не, я был в Нью-Йорке как раз в этот момент. И мог подцепить, но все на симптомы. Самом деле... Все симптомы такие, как не дают, но не знаю, паника. Нет, я тоже не верю. Существует то, что у моих друзей действительно есть заболевшие люди, которые лежат в больнице под этими, под вентиляторами. Ну, там ну, жарко просто, жарко, и они под вентилятором. Не вентилятор, а как... Ну, как вариант, да. Нет, если вирус... Я раньше это не верил, но сейчас я тоже... Нет, ты скажи фразу, что коронавирус больше лечит. И этот, как его? Просто коронавирус, статистика показывает, что коронавирус больше людей заебал, чем заразил. Да-да-да-да-да-да, это по-любому. У меня на работе все об этом разговаривают, я даже слушать уже это не могу. А ты за Джигана слышала? За Джигана слышала? Что а что тоже... у него кукундель слетел у него? Да-да, что он коронавирусом тоже заболел. Нет, это не слышала. И от этого он брови сбрил. Это первая стадия. Потом знаешь, кто еще заболел? Этот, как его, который маленький такой. Нет, не Гуф. АК-47? Нет. Маленький такой. Этот, который парик вечно белый одевает. Нет. Типа блогер, вот это, много подписчиков тоже. Маленький, блин, на гелике на красном ездит. Как он, блин? Хусейн Хасанов или кто? А, Хусейн Хасанов, который мэрство типа разыгрывал. Хусейн, да? Да-да. Один брови сбривает, типа стригся. Слушай, как карантин людей раскрывает, вы заметили? Крыша ей конкретно, блин. Я худей. Я худейственный. Бузова купается в один, потому что раки купалась. А честно, знаете, но сейчас же эти батлы популярные, там изгаляются как хотят. Нет, тут дело в том, что люди готовы на все абсолютно за лайк. Ну, как бы... Ну, деньги, конечно. Ну, концерты отменили, все поотменили. Где вот, деньги зарабатывать? В интернете. Вот вспомни, вот, допустим, этот, звезд, ну, как раньше, да, допустим, были. Те же, хоть те же самые Басты, хоть какие поколения. Но они хоть адекватные, они их сейчас вспомнят. Вот эти чудо-звезды-блогеры, их, мне кажется, забудут и никогда... А прикинь, вот я недавно видел в интернете и этому, кому говорят, Дава или как его, который парень... Дава, кто с Бузовой? Да, ему говорят, слушай, а как представляешь ты вечером, вы сидите у камина, и такой ты говоришь, Оля, а спой что-нибудь. Да, так, ладно, мы, короче, дальше будем сейчас кого подключать, узнавать, что там. Приятно было пообщаться, Воронеж, любим. Продовольствие только процветание. Не скучайте. Спасибо. Пока. Пока-пока. Так. Ну что? Поехали. Интересно, Андреич. Что, понравилось? Да я тебя записал, мне столько сообщений пришло, нашла мужика, не отвечаешь. Ну все, тебе больше... Здравствуйте! Здрасте. Здравствуйте. Что так серьезно? Я уж прям переживать начал. Я как бы просто не ожидала ответа звонка. Вы мне оставьте номер, я вам каждый день... Здрасте. Чтобы вы в следующий раз ожидали, я прям по будильничку, чик, 8 часов, здравствуйте. Как вас зовут? А Виктория? Виктория, это Вячеслав. Вячеслав, он очень нервничает, когда слышит имя Виктория. Это, наверное, остатки от коронавируса. Я вам больше скажу, это не остатки, это до сих пор. Начало. Смотрите, он думает, что он чай пьет, а на самом деле он пиво себе с лимоном налил. Тоже вариант. Витамин. А? Микроволновки подогреть, и вообще нормально. Виктория, ну свои рецепты вы как бы не надо нам пока. Пока не надо нам свои рецепты рассказывать. Чем занимаетесь? Сколько времени? Из какого города? Питер. Питер. Красота. Вячеслав, любимый город. Все уши тут прожужжал. Питер, разводные мосты, все дела. Но сейчас тут делать нечего, все закрыто, как и везде. Вы грустно на вас смотреть. Что случилось? Почему вы такая расстроенная? Или вы всегда в таком состоянии, Эмма? Да я проснулась только недавно. Уснула днем и в итоге проснулась среди ночи, и все спят, и делать нечего. Может, в нарды сыграем? У вас есть планшет? Планшет? Нет, я сейчас на другой квартире, поэтому здесь ничего нет. А в нарды играть умею, между прочим. Да я же вижу, поэтому и как бы говорю, что давайте сыгранем. Обязательно. Чем вы вообще занимаетесь вот в карантине?
Сидите дома? Карантин, да, сижу дома. Не, мы выходим, нам карантин. Мне карантин нет. Не, ну, не верю в него, короче. Не верите, хотя... да? Я тоже не верю. А Слава заболел. Видите, тоже не верит и заболел. Просто у меня друг работает в больнице, и он сказал, что это, в принципе, то же самое РВИ, только просто переносит его более сложнее все. А этот, как его, а есть у друга в больнице, говорил, что кто-то погибает или нет? Ну, у них еще не было такого случая в Боткино. В Питере есть карантин, вон тетя пишет, которая. Ну, карантин есть, но как бы именно как бы как болезнь проходит как ОРВИ, только в сложной форме. Вот грубо говорят, что ваш друг обманывает, вот, пишет. Ну, не знаю, но у него, ну, как бы при нем он сказал, что не было случаев еще в Боткино. Как бы за ним не замечено, да, что он обманывал? Знаете, только с хорошей, с порядочной стороны его, да? Типа того. Понятно. Слушайте, а в Питере как погодка вообще? Дожди? Ну, когда как нет, уже несколько дней солнца, в принципе. На шашлыки поедете? Собирались как раз на днях, но... Вы не ходите работать, да? На работу не ходите? Я сама себе работник, я стригу, могу работать где угодно. О, давайте, вот может быть, как-то случайно тут питерские люди у нас, это с какого? Записаться к вам на сеанс подстрижки, потому что сейчас он мне записать, потому что салоны красоты закрыты, и говорит, Вика, подстриги, помоги, говорит, да? Уже не можем. А мужской, да? Мужская стрижка можно? Легко. Офигеть. Ну, ревность тоже должна быть, да? Блин. Я бы, честно, к вам бы пришел. Вы меня пригласили. Как бы вы мне подстричься? Я думаю, со снятием на нет было бы как раз самое то. Да? И не жарко. И не жарко. И под горшочек, да? Под горшочек. Мне мама говорила раньше. Она мне давала 20 гривен и говорила, иди покороче подстригись. Вот так у меня. Ну, у нас прикалывается под канаточку. Говорит, оставь мне вот так. Канаточку, да? Угу. А полоски еще делают вот здесь, полоски? Ну, это уже старая тенденция, кто что утворяет. А что сейчас, какая прическа в тренде? Вот мужчины у вас что стригутся? Ну, большинство... Да, они, в принципе, начали все ходить в барбершоп. А, все, то есть да. Ушли клиенты, да, от тебя все сволочи? Не, ну, в принципе, как бы я давно только женский мастер, поэтому мне это не страшно. Понятно. Ну, короче, клиентура и прет, да, полным ходом? Ну, не полным ходом, как бы, я просто долгое время не работала, пока там рожала, там, в декрете сидела и как бы... Сидела где? В декрете. А, в декрете, я испугался. Думаю, в нарды играть, где сидела? Не-не-не. По воровской не двигаешься, да? А? По воровской не двигаешься? Не-не-не, не мое. Понял, просто у нас Катюха по воровской двигается. Ну... Сори, она перепуганная, она вышла в прямой эфир. Вот так видно? Катюха? Да, я видела, видела. Здравствуйте. В общем, приятно было с вами познакомиться. Всех благ, люблю, целую. Питеру привет. Питеру привет. Будем в Питере, встретимся. Ага, когда как Ваня поедешь? Ваньке? Ну... Ванюша, привет. Вы как, общаетесь с ним, с Ваньком? Ну, я как бы переписываю. С Оксаной тоже пора. Ну, у нас общие знакомые есть. Понятно. Врете, вижу, нос чешете, обманываете меня. Нет, общие знакомые есть. Да, общие знакомые. Знаю я ваших общих знакомых, подписчики в Инстаграме. Нет. Ладно. Оксана в Нью-Йорке квартиры, если что, убирает, знаете? Это мы уже видели. Да, ну, да, не да. Как убирает, а что... Так что, если кому в Нью-Йорке нужен клининг, звоните, Оксанка просто рассказывали за нее, приходит, там борща бонусом наготовит. Ну, окей. Все, ладно. Моя мечта Нью-Йорк, надеюсь, когда-нибудь попаду. Почему надеюсь? Я все в своих руках. Ну, будем надеяться. Не надейся. На Деда Мороза надейся, а сама не плашай. Вот так. Хорошо. Давай, пока. Пока. Что? Люба, давай Любу добавим. Люба женщина суровая, никто не сможет спорить. Знаешь, какие у Любы сиськи? Большие очень. Ну чё ты сразу так? Чё? Я не ожидала, что ты примешь. Что я приеду?
Что ты примешь? Ладно, маска спасает вместе. Пофигу. Нету ТМ. Мне ничего не спасает уже. Ну, Вань, ну да, ну сейчас. Тебе нужно декольте срочно. А, сейчас, подожди. Да. О, о, вот так интереснее, смотри, оп. Вот так все, да? Да. Так разговаривать. Хорошего должно быть. Вот так вот нормально, давай так поговорим. Да, давай вот так. Да, подожди, побольше. Делай. Расскажи, вот не, ну побольше не надо, тут одинокие холостые люди сидят, может у кого-то и секс. Так у меня тоже карантин второй месяц. Карантин, теперь я действительно начал что-то в руках теребить. Главное, в рот не пихать. В рот не буду ничего пихать. А чем зависло? У кого? Он говорит, ты смотри туда, давай. Смотри. Мне говорят, не смотри, говорит, сюда, говорит, смотри. В глаза мне смотри. В глаза мне смотри. Ну что, как там на шашлыки на крыше, как у тебя вообще? Да нормально. Слушай, ну я просто могу смотреть, я не обязательно мне разговаривать, да? Ну да. Любка? Слушай, славянчик тут уже комплименты тебе накидывает. Ну нормально. А ты можешь футболку снизу поднять, так будет лучше? Конечно, special for you. Блядь. Я боюсь, у меня все выпадет. Сейчас животик выпадет, да? Люк. Все зависит. А? Да. Люба Валерьевна. Ну, кстати, не звучит, вот Екатерина Валерьевна очень хорошо звучит. Мои имя там подбирали под отчество специально. Так. Да, прикольно. Блин, кошмаров очень много. Красивая девушка. Да. Люба? Да, Люба, знаешь, какая красивая? Если накрасится, да. Здравствуйте! Здравствуйте. Как ваше ничего? Хорошо. Что за назаушки вот эти прекрасные такие? Как? Ушки, что за ушки вот это котячие? Я так не сделала, да. Из какого города? Как зовут? Ну, вообще из Москвы, но я живу в Риме. В Риме живете? Да, я сейчас в Риме, и вот мы на карантине. Вот это вы богатая. А чему радоваться? Уже 2 месяца дома сидим. На Колизее нет возможности позырить? Вообще нет. Даже выйти. Ну, как бы, то есть за продуктами. А вы ну, застряли в Риме, получается, или как? Нет, я живу уже... Блин, ну можете, блин, помолчать? У меня серьезный разговор. Девушка из Рима. У нее ушки вот здесь, блин, стоят, как уходят. Из горячей точки, из горячей самой точки, как бы из Италии. Да? А у вас как с продуктами там? Продовольствием? Ну, там, если что, Воронеж кондитерку вам отправят, так что нормально все. Нет, продукты у нас есть. Как бы единственное, это очереди. Ну, смотри, если все вокруг болеют, как в магазике ходите? Ну вот все в масках стоят, там дерутся. За паркетжу, да. То есть нет места на парковке или еще что-то. Слушай, ну знаешь, ты такая тоже, ты там сильно не бойся никого. Выходишь такая, плечом прикрыла бороду, вторую так поставила, чтобы все понимали всю серьезную ситуацию. Да? А ты где сейчас, кстати? Я не слежу за тобой. В Майами. Как у вас погода? У нас погода плюс 33. Все, что у нас не работает, это торговый центр, остальное, в принципе, все работает. В Америке так. Пляж закрыт еще. Купаться нельзя, да? Купаться нельзя, но у нас тут есть, там, где акулы водятся. Бухты, там, где акулы водятся, там можно поплавать. Но как бы не рекомендуют. Этот, Рим. Представляешь, ты была вообще в Риме, смотришь на меня? Я был миллион раз. Славян был миллион раз, поэтому он коронавирусом заболел. А у нас, в общем, открывают, то есть нам можно будет выходить 4 мая. А до 4 мая там победят, да, этот вирус? Ну, в общем, можно будет выходить, там парки откроют, такое. Парки откроют, и, может быть, поля для гольфа. Я расскажу прикол. В Таиланде, я большинство времени в Таиланде провожу, мне сейчас знакомые рассказывают, ввели сухой закон. Здесь хоть подбухивать везде можно, в Таиланде нельзя подбухивать. А если ты еще подбухиваешь в компании больше 2 человек, платишь 10 000 рублей штраф.
Представляете, у меня знакомая там водкой занимается, у нее в багажнике была водка. Ее остановили, короче, изъяли водку и еще и штрафанули. Представляешь? Да-да-да, вот так вот и живем. Грустно. А так спортом занимаешься сейчас? Ну, так как, не знаю, бегаешь там или еще как-то в спортзале? У меня примерно как у Любы. Та, которая только что была в эфире, показывала. Любу видели? Да. Молодец, да, Люба? Ну, это слишком откровенно. Люба, Люба такая. Да. А у вас ну, парень это... есть? Парень есть? Просто у вас Вячеслав Валерьевич, вот, одинокий холостой, он всю жизнь мечтал этот, как его, в Рим поприехать. Я там был в Риме побывать. Я даже не знаю, вообще сложно сейчас вообще куда-то прилететь, приехать, все же закрыто абсолютно. Он будет отправлять что... воздушные поцелуи. Я думаю, что к осени нам можно будет двигаться. Двигаться? А вы родились в Москве, москвичка? У нас просто Вячеслав Валерьевич привередлив, поэтому он только с москвичками шуры-моры будет. Да. Нет. Из Украины, да? Нет, не из Украины. Просто у меня акцент, я на русском редко разговариваю, поэтому... А, да? Хотя было русский, да, у меня... А чем вы занимаетесь, если не секрет? Я занимаюсь спортом, работаю в компании, как сказать, ассигурационной, в страховой компании. Страховая компания, страховка, да? Слушай, ну, государство можно надурить? Допустим, сломать палец и потом всю жизнь сидеть в пенсию получать? Можно? Ну, нет, не думаю. Здесь все на самом деле вообще не так, как в России. То есть, короче, только в России можно битые машины, да, обманывать, вот так, как мы делаем? Ну, не знаю я. Нет, да? Не знаю. Но все давай стараются я, честно я жить? Нет, я в этих вопросах как бы... Не знаете, да? Нет. Ну, у вас было такое? Ну, давай, родная, тебе ну, взяточку, зачем? Да? Зачем? Взяточку, зачем? Да, напиши мне. Зачем? Зачем разговаривать? Зачем? Работу там, чем занимаешься, там, еще что-то. Ну, интересно, могу, я хочешь расскажу, что тебе спроси, я тебе тоже расскажу. Что-нибудь. Ну, а ты чем занимаешься, ну, например, чем? Я ничем. Я даже не думаю, что ты в прямом эфире можешь это рассказать, чем, что ты можешь рассказать, о чем ты занимаешься. Мы покупаем машины, бьем их и по страховой получаем деньги в Москве. Классно? Сколько ты выпил? Просто интересно. Я всегда, чтобы ты понимал, я всегда такой. Да он врет, он врет. Да нет, он сидят, не пил. Сидят два алкаша. Мне кажется, про работу очень скучно разговаривать. Тем более, почему? Сейчас нет. Да, про Рим. Давай. Про Рим. Давай в города поиграем. Сейчас все дома сидят. Все дома сидят, и нет ни у кого работы. Только смарт-воркинг. Почему? Смотри, вот сейчас очень много есть работы в интернете, допустим, онлайн кто работает. Кто? Да. У тебя есть работа онлайн? Ну, вообще здесь государство платит. У нас, например, если вот у нас заплатили за апрель, ну, то есть вот должны перечислить за апрель 600 евро, потом за второй месяц получается 800 евро. Слушай, вот видишь, деньги платят. За третий месяц, то есть можешь ты не работать, то есть тебе все равно какие-то деньги тебе... Ну, в Америке тоже вот они, американцы вот по 1200 сидят. Мы получили по 1200. А, но это за третий месяц, потому что у нас уже сколько? У нас уже второй месяц получается. То есть март, апрель. Не, они первый раз. Там, по-моему, первый-последний мы получили. А у нас уже, то есть мы уже два месяца на карантине. То есть за март 600, 800 и 1200. Ну, я надеюсь, что мы 4 мая уже можем выходить. Слушай, а ты вот такой вопрос, ты с кем живешь? Одна живу. А, ты одна дома с ума не сходишь? Нет, нормально? Ну, у меня знакомые здесь, мы общаемся онлайн и нормально пьем. Пьете? Онлайн? Да, я не пью, аперитивничаем. Это так называется, да? В Риме. По фейстайму. А передай, пожалуйста, соль. Вот это примерно вот так происходит. Она не поняла юмора, да? Не поняла?
Я просто... Мне нужно немножечко понять. Ты скажи, ты говори прям, ты дурачок, как с тобой разговариваешь. А ты знаешь, что у нас 4 часа утра, то есть у нас 4:10 сейчас. Ну, я понял, ты тоже под оперативчиком. Со знакомым, говорят, сейчас ля-ля-ля-ля-ля и спать, да, и уже и утро вроде, да? Ну, я ложусь где-то в часиках в 7-8, вот так. Просыпаюсь в 5 дня. Ну, правильно, оно это, меньше есть хочется днем. Точнее, ночью. Да? Не, наоборот, хочется есть. Ну, все равно. Хочется, да? Сейчас все холодосы. Я не знаю, как у вас, здесь гребут сегодня, очередь вообще сумасшедшая была. Америкосы, я уже не первый раз. Я первый раз попал, когда здесь был ураган, здесь все люди окна забивали этими досками, чтобы не разнесло. И они гребли продукты. Что сейчас? Как бы вторая моя поездка ничем не отличается, в принципе, от первой. А, ну тоже ничего не работало. Слушай, реально же тоже ничего не работало. Бензин, блин, запрокручивал. Бензин сейчас упал, да? Да. Вообще... Ладно, мы пошли к следующим гостям. Риму, приятно было пообщаться. Риму, привет. Если что, пиши славянчику. Да, он шуры-муры там все дела. Да. Все, пока-пока. Да, пока. И классная девчонка. Конечно, классная, блин, из Рима стоят. Вот ты что-то вот этой, которая пьянствовала в Подмосковье, не сказала. Классно! Слава был уже 8 раз в Риме. Не, раз 8 точно. А я один раз был. Итак, чат рулетка! Так, здравствуйте. Так, у нас в Питере 5 утра. Блин, круто в Питере, что у вас 5 утра. С днем рождения, Питер. С днем рождения. Рим вообще шикарный город. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Ой, слеснулось, все пролеснуло. Мы там даже не так снимали гостиницу, центр, вилла. Вообще полностью компания снимала. Люба снова здесь. Люба, наверное, пошла накрасилась, подключилась к интернету. Любочка, Любовь, Людмила, Руслан и Людмила. Все, так же все по сценарию? В смысле, Сисюли показывать? Да, смотри, я даже чуть-чуть подкрасилась. Люб, ну ты вообще, блин, горжусь тобой, чтобы ворваться, да? Да, в салон сходила, все дела. Ноги побрила для тебя только. Хомяка побрила? Да. Не, у меня там лазерка. Лазерка? Да. Это значит что? Лазерка, что значит? Ну, это когда делаешь так жик-жик-жик, и там волоски выпадают. А, это возраст называется, когда волоски выпадают. 20 лет. Он уже и к этому. Ой, старость и радость. Этот, Люк. Что? Ну, Лю. Ну да, ну что? Дай секс. Дай секс. А наряд поменял. Наряд. Их нужно собирать, понимаешь? Тоже просто. Лю, пятерку свою по всей квартире разбросала, собирать до утра придется. Да, помощь нужна вам. Помощь нужна? Да. Ты, я знаю твою помощь, ты уже в этот поехать собираешься. Куда? Куда? Не Венесуэлу, это. Где она? В Нидерланды, в Амстердам. О, Нидерланды, да. Точно. Люк. Ну, думаю, в Турцию я заеду. На огонек, да? Да, да, да. Пособирать надо кое-что. Стесняюсь спросить, что вы собрались собирать там? Грибы? Амстердамские, да? Амстердамские грибы? Да, да. Понятно. Люк, ну ты красавица, честно, вот. СМС-ки отправлю. Что это такое? Люб, ну Люб. Что такое? Смотри, ты расскажи, ты сейчас в Израиле. Вот сейчас просто миллионная аудитория прильнула к экранам твоего декольте и просто хотят увидеть кое-что. Ой, больше, но не настолько. А? Ущипнула себя больно. Зачем это сделать? Ну, что рассказать? Что, мол, типа, чисто я еще здесь, в реальности? Она в Израиле, да? Она в Израиле.
В я Иордании. Знаю все про тебя. Люба, я все про тебя знаю. Иордания, не Израиль. Кто? Иордания. Так и через Израиль, не через... Ну это же рядом, там по одной дороге. Ты заезжаешь и налево вот, сразу. Там дом вот с красной крышей. Вот скажешь, что я в Африке, я буду в Африке. Ты мне скажи, пожалуйста, как у вас проходит карантин? Нам очень интересно. Чем вы занимаетесь? Как проводите досуг? Совокуплялись вы с вашей подружкой или нет? Ну, у меня их две. Ты обычно с двумя? Ну, я вообще люблю больше, но как бы больше трех человек здесь нельзя, чтобы находилось. Понятно, вы все по закону делаете, да? Да, да, да. Понятно. Мы приближаемся полтора метра друг к другу на вытянутой руке. Вы, получается, этот, как его, астральный секс, да? Вот это? Да. Когда вот так. Тантрический. Тантрический. Люб, ну твое познание в сексе, я подозреваю, что немножко больше, чем мое, поэтому. Нет, I'm virgin. Кто? Я девственница, да? Ты... Вот, молодец. Как твоя мама, блин, я девственница. Сейчас бы кто-то сидел бы за границей и сказал бы, ассаламу алейкум, я твою маму, фуф. Здесь вон выходишь на улицу, такие есть. Да? Да. Они уже научились по-русски говорить. Ну, Стексу захочешь и не то научишься делать. О, конечно. Иди, моя золотая, ко мне, я тебе куплю вишенку с торта достану. Ой, у меня прям проблемы с ногами начинаются. У тебя? Люб, в смысле? Ты ночью начала ноги разбирать. У меня проблемы с ногой, я подвернула ногу. Так, и? Надо рану залезать. Так ты скажи там девчонкам, там же два языка рядом. Только... Три языка? Да, у нас есть мужчина. Он у нас тоже есть там? Мужчина. Сейчас. Собака злая, что ли, там? Это мой мужчина. Собака. Я вижу. Ну, мы там видео с Паниным смотрели просто. Лю, а-а-а. Смотри, что у меня для вас есть. Что это? Это вот нога. Носочки? Это нога. Нога! Ну, эту серию я еще не смотрела. А-а-а. Слушай, ну там лучше не что смотреть. Что ты спойлеришь? Люб, тот, кто посмотрел, прежним не становится. Да? Люб, ну все. Все, давай, последнее, все, что ты хотела передать подписчикам, рассказать нашим, поделиться, куда едешь после, какие планы, сколько языков дальше еще побывают на твоей ране. Вот, и, в принципе, мы полетели. Ну ничего, в следующий раз Европу, Америку, Амстердам, Турция. Это что такое? Турция. Созвонимся тебе? Турция, да. Да, ладно. А языки приедут? Ну, если попросишь, хорошо, приедут. Приеду, да? Угу. Договорились. Потому что у меня вот тут товарищ один есть, он второй уже бокал выпил, он говорит, да, вот это красиво, давай добавляем. Давай, добавляйся там ко мне, пообщаемся. Да, добавляйся, смотри, вон он сидит, директор. Давай. Директор. Это его жена сидит. Босс я. Директор стадиона. А вот его этот, как его, подчиненная. Он ее секретарша называет. А. Я просто босс. Она босс. А. Босс-молокосос. Слышала о таком? Да, конечно. Только да? Вторую часть этого. Люб. А. Слушай, ну на самом деле хочется вот одиноким мужчинам просыпаться с утра и открывать вот такой свой WhatsApp и смотреть, а там и Люба. Там с утра первое сообщение. Намек понят. А? Намек понят. Да, Люба. Люба, еще вчера мы были с тобой. Еще вчера не знали о том. Слышала эту песню? О чем? Люба? То нам придется с тобой расстаться, Люба. И тыры-тыры-тыры-ты-ты. О, Люба, давай, Люба. Давай, изменяй мне с другими. Изменять тебе с другими? Я могу легко. А, не изменять, сказал. Не изменять. А, изменять?
Да. А, ну, сама знаешь. Конечно. Все, как ты любишь. 15 клевых ребят на проекте «Дом-2». Опять у всей страны понос начался. Я уже посмотрела. Понос? «Дом-2» Ну, вы, слушай, вы с Валерой были, конечно, красивой парой. Конечно, целых 5 дней. Целых 5 дней. Те волшебные. А потом заменили. Его выгнали через 2 дня. Вот я такая могу... пара. Короче, есть такая песня. 7 месяцев в одиночку. Слушай, это не про вас, не подумайте, я никого не обзываю. Просто есть песня, спелая, знаешь кто? Серго Артемка в интернете подписаны. Ах, какая пара. Почитай. Скинешь мне. Ладно. Все, Любочка, давай. Мы полетели к следующим гостям, потому что у нас вся вселенная нас ждет, понимаешь? Давай. Все, Любочка, давай. Сильно не бухай, язык свой держи за зубами. И ногу больше не подворачивай. Я не пью. Все. Все, давай. Моки-чмоки. Так, дальше. Смотри, сколько у нас много теперь вообще. Человек 50 хочет в эфир. Да, ладно. Да, Катерина. Катерина! Катюша. Ваня, у меня не семки, у меня, видите, я кушаю эти, как он. Флипцы. А, отскочила. От этих. Так. А, то есть тут соскакивает, я не могу понять. Катя, Катерина опять соскочила. Катя, Катерина. Катя, Катюша. Листаем. Светочка, Светуль, Светик, ты где? Ну что, ждете, пока мы тут кого-нибудь... Светик не ожидала тоже сейчас, что мы ее добавим, я уверен. Света! Говори, Света. Не в палец говори, в стакан, Света. Тихо. Я вижу, что ты рада. Да, рада. У меня дети укладываются спать. Они сами укладываются, Свет. А ты что тогда шепотом говоришь? Муж посуду моет. А ты пока ему тут шуры-муры, да? Это хитрая. Романтик устраиваю. Ах ты какая, в засаде сидит тут. Что за романтик? Чем кормил муж сегодня? Стейками. Какие? С мраморной говядины. Вах, какие богатые, да, щедрые американцы. Очень вкусно было. А вино было, расскажи. Вино. Было. Красное, сухое. Кать, иди к сексу готовься. Хорошо. Давай. Она откуда, из Америки? Да, в Флориде живет. Здесь, в Майами, что-то? Не, там где-то, туда. Тут же, знаешь, что? Ну, потому что это... Слушайте, вообще так весело, вот это сидите. Слушай, я сегодня смотрел нога на эфир, блядь, он каких-то упырей добавляет, честно, толстяков, понял, они нахуй, Вася, здорово тебе там туда. У меня все адекватные люди. Спасибо вам за адекватность, дорогие мои. Да, серьезно, реально, да. Сидел бы баста, подключался, не мог бы себе хрень. Да, я говорю, баста, блин, давай, я говорю, подключайся. Там не до хрени, сам не радует. Джиган, да. Джиган, точно. Так. Нет, наверное, скорее всего, я не влюблюсь. Так, Костян здесь. Здорово, Костян. Хочу в эфир. Ну так ты добавь. Опа. А, здорово! Привет! Братан, у меня ухо сломанное, слышишь? Я борьбой занимаюсь. Сам ломал. Сам алям алейкум, я тебе сказал, понял? Так. Что ты там? Скучаешь, Костямба?
Я на Сейшелах, видишь, Сейшелы. Вижу Сейшелы. Звонил Бекушев, мне говорит, говорит, тут Костян, говорит, на Сейшелы приехал, мой сладкий. Да, да, сейчас завтра в эфире вот Сейшелы, камушки, да, все дела. Камушки, камушки. Надолго ты на Сейшелах? А, ну, думаю, да, что, ищу свою любовь к Сейшелам. Пристрой свою морковь. Пристрой свою морковь, кстати, вот, зря да так с Любой, мог бы посерьезнее бы раздеть бы, там, было бы поинтереснее. Ну, блин, ну зачем? Кстати, вот эти такие девушки, они как бы нравятся, то, что они шлюхи, но они этого не скрывают, ну, как бы, они с этим живут нормально, то есть они как бы живут с этим, с миром, как бы, в добре, знаешь. Они не говори про Любу такое, у нее такое замечательное имя, Любовь. Ну, она же нет, такая, ну, она просто, вот, и, просто имя хорошее. Соответствующее, имя, любовь, как бы, она с этим живет, ей все это нравится, и она от этого кайфует. И таким вот даже сказать, что она там зло шлюха, ну, как-то даже не скажешь. Она, вот она молодец, вот она этим как бы и берет. А когда прекрати. Девушка блетина и такая, знаешь, косит из себя там такую правильную, ну, это отвратительно. Смотрит. Люба хорошая, она очень веселая. Люба. Ты все качества должен рассмотреть в девушке, понимаешь? Я говорю же, что вот у тебя... А ты сразу начал, про секс. Это то, что она дает, транслирует, а то, что у нее в голове, то, что она думает. Я как бы эту мысль... Ну, может, она и любит, но то, что она любит, в массу нельзя это, понимаешь, пускать, Константин. Что люди подумают? Это она должна там дома сидеть, там с этим жить. А в массе не надо. Ну, понял. Я тебе говорю, что надо ее прорекламировать, чтобы у нее жизнь была получше. Обращайтесь к Любе. Там таким такой пятерочке реклама не нужна, я думаю. Костян, ну что, Москва перекрыта. Москва перекрыта, все на кодах, на ходах. За один день миллиард рублей они заработали. Вот только включили систему эту, где едешь на машинах. Ага. У каждой машины должен быть пропуск. То есть ты едешь теперь по камерам, просто ты без этого кода, и тебе сразу пятерочка прилипает. И за один день 1 200 000 000 они накосили штрафа. Слышь, ну они чисто как бы народ косят вообще по полной. Ну это в смысле просто, это доильная корова, народ просто. Это как бы делают эти какие-то сыновья там этого, блядь. То делает, вот у нас, да, я эскалаторами занимаюсь, это система Платон. Ага. Это там ротенберговские там детишки, короче, замутили. То есть каждая машина, каждый заик платит бабку. Это такая же, это все эти... Я не могу на эту тему. Я прям злой становлюсь. Я бы вот поставить и расстрелять бы их, реально. Ну, вы что, народ, щемите-то? Ну куда щемить-то его? И так бабла там ни у кого нету. Да, до конца доят, дожимают. Штраф выехал, штраф пятерка просто. Ну, черт, ну, а потом, чтобы не выехали никуда и рублики не потратили лишний раз. Вон все. Куда воровать-то больше? Да, знаешь, везде хорошо там, где нас нет. Что в Америке хорошего? Что там хорошего? Слушай, ну хотя бы он по 1200, он, ребята, у них тут разрешение на работу есть, им по $1200 дали. Ну, что такое 1200 в Америке? Это вообще... Вот что такое 1200 в Америке? Что это, деньги? Ну, конечно, ничего. Ну, Славян. Ну, Костян, ну, хоть что-то. Понимаешь, в чем дело? Ну, бля, хоть что. Ну, это вообще, ты, в смысле, не знаю, там, ну, там сколько квартиры? Вот эта вот однушка, сколько там стоит снимать? Двушка. А тебе дали 1200. Ну, это смешно. Это как, знаешь, там, да, сейчас дают там по 1000, по 12 тысяч рублей дают людям. Ну, это что, в смысле, как вот? Я снимал квартиру только 45, да, в Москве. Куда мне, в смысле, с этой 12 тысяч, если меня вот с работы выгнали? Так же вот они там 1200 им дали, вот все говорят, 1200 в Америке дают. Чё, в России сейчас дали деньги? 12 тысяч рублей дали? Нет, ну не прямые выплаты. Я говорю, этим врачам там что-то дают, там, кто бюджетник. Ну, так не всем, понимаешь? Прямые выплаты не дают. Ну, а здесь слушай. смотри, ты платишь, допустим, если ты платишь за коммуналку, здесь скидки сделали. Вроде бы как приостановили по этому, какая нахуй миграция? По этим, по выплатам. То есть, если ты не можешь платить, там на 6 месяцев тебе кредиты на машины остановили. Не, вообще-то читают. А, вы читаете. На 6 месяцев ты не платишь кредиты. Прикинь? Но тебе как, кредиты не платишь, а проценты оставляют потом? Нет, не оставляют ничего. 6 месяцев. Все убирают.
Но я хочу сказать, что везде как бы жопа. Там-то в Америке вообще как бы попроще. Станов включили, деньги посыпались. Это как бы, ну, я потому что тоже те, то, что дают, это, ну, это вообще не как бы капля в море. Ну, капля. Нет, ну понимаешь, если б наши... Это может быть хорошо, Ваня, может быть хорошо гражданам, да, которые там в Америке, там им полегче. А вот, допустим, иностранцам, как ты говоришь, ряска там, что-то полы моют. Пизде... Ну вообще... Зато я в Америке, в Нью-Йорке там. Ты, она вообще ёбнутая нагло. Поэтому... Я езжу, не знаю, нафиг. У меня там на лэнд-крузере, но я затоплен в жопе буду там. Ковыряюсь. На крайнем мосту. На Каприке вот, зато в этом здесь, на Сейшелах. Ну, это чё кого, понимаешь? Нафиг мне этот Нью-Йорк, блядь, собачек там чужих выгуливать, там жопы там потирать этим дедам. Ну, допустим, не, это ничего плохого там нету. Пусть она, ради бога, но... Ради просто мечты, что жить в Нью-Йорке, ну, блин. Слушай, да, честно, вот смотря к чему ты идешь. Если ты стремишься как бы ни к чему, как ряска, она ни к чему не стремится. То есть для нее это все нормально. Она света белого не видит, хуярит эти квартиры с утра до ночи, понимаешь? Потом собак там кормит. Ну и как бы и все, и вечером вроде бы как бы Нью-Йорк начат. А так я тоже не вижу смысла в такой. Едь там, иди в Питере, она нормально жила в Питере, у нее брат нормально там зарабатывает. Не последний человек в Питере, Ванька. Не, ну, может быть, знаешь, там, как-то поменять, попробовать, там, как и, допустим, какой-то период жизни, как ты тоже. Ты тоже там бесцельно бродишь, путешествуешь с рюкзачком. У тебя свой кайф, как бы, правильно? У него, ну, как я могу, ну, то есть, люди разные, наверное. Ну, просто восхваляй. Я говорю о том, что восхваляй эту страну, вот Америка. Ну, для граждан она хорошая, допустим. Нет, понимаешь, в чем дело? Мне обидно, что вот за людей, что их вообще щемят, понимаешь, ущемляют права. Это же несправедливо. Везде, блядь, вообще везде. Вот вам, вот почему в море нельзя купаться? Из-за какого-то там вируса, еще что-то там. Что-то там придумали. Он есть, безусловно, он есть там. Он это есть 100%. Ну, что он там есть. Ну, то, что прямо так все жестко, какая-то прям, какая-то история надуманная. Но он, конечно же, есть вирус, безусловно. Вот Лукашенко молодец, да? Разобрался быстро. Да это вообще водочки выпить и в баньку сходите. Нормально все будет. Два раза в день. В начале дня и вечером. По чуть-чуть. Это тоже чересчур там вообще, ну, не знаю, как правильно, конечно, но что-то происходит не так, это явно, какой-то заговор. А Швейцария тоже, шведы, он тоже, говорят, не признает тоже коронавирус. Да, они вообще не признают, и у них даже это там в каком-то уровне запрещено вообще говорить об этом. Вот, где-то шведы и еще где-то, или Монголия, или Казахстан, там у них на правительственном уровне запретили слово коронавирус просто. Ну вот я считаю, это какие-то очаги сопротивления, да, вот есть, допустим, Белоруссия, там, да, там еще какие-то страны, это с очаги сопротивления вот этого какого-то глобального правительства, этого, как у мирового, который вот диктует, как жить, как нужно делать, там, запретить людям выходить, какие-то тесты эти производить. Вот такая вот у меня мысль. Ну и что получается так в итоге? Получается, все равно есть период людей, которые болеют. Но не так сильно. Все говорят, как обычный грипп, вот все и болеют. У меня вот у тебя паренек говорит, что переболел. Я тоже уверен, что я переболел еще во Владивостоке. Когда в Китае это все было, я был во Владивостоке. Мы все болели, у нас температура под 40, там, мы кашляли, там, вот все-то, сухой кашель, все это было у нас. Угу. Мы уже все переболели здесь. То есть я уверен, что переболел, но потому что у меня была такая, и вообще непонятно. Слушай, а дыхание сводило тебе или нет? Блин, у меня был кашель сухой, дебильный, была температура, блин, дебильная тоже, и кости ломило, так ломило кости. Вот мы вот в доме живем, вот у мужичка, вот я живу, Валера там, и нам у нас всех вот это один в один у нас было симптом. На вирус, просто. Да, мы 3 дня проболели, 3 дня такая температура подержалась, и бах, и все ушло. А вон Аня Якунина, ты знаешь, не знаю, знаешь, не знаешь, она говорит вообще, у нее, короче, обоняние пропало. Короче. Ну вот я на тот момент же мы не знали, как там симптомы, я сейчас не могу сказать, было такое, ну, такие симптомы, я не могу сказать, но я не помню просто этого, может быть. Я Аню не знаю, я знаю Вику Якунину. Такая Вика, Сёма, как дела у нее? Созваниваешься? Да, ага, созваниваюсь, да, конечно. Поздравил ее, поздравил со всеми праздниками, с Пасхой. Нет. Все яичками красили они там, нет? Нет, но она же вроде как там, я там, мне просто подписчики скидывают, что она там родила. А, да ладно, да? Все время летит, бедняга. Я говорю, ну, наверное, это ее лучшая хайповая тема теперь. Сейчас. Ну, блин. Она живет ради хайпа. Молодец. Молодец, хотела, получила, конечно.
Да. У девушек тут по времени, я тут не первый сообщаюсь, они, блядь, мне уже 30-ку надо рожать, тут уже все. И похер на кого там, в смысле, кто-то по головке погладил. Ну да, да, не будем, она нормальная девчонка. А то скажут, обиженка, обиженка скажут. Да, да. Да не, это просто, ты говоришь, Якунина поржать. Я за другую вообще-то говорил. Ну я вспомнил, я не знаю этого, ту знаю, твою, это все твои подруги. Слушай, ты смотри со своим бокалом, слюни сидит, пускает, смотри. Все на коленях. Вот так вот буду сидеть, покажу вам красивые виды. Давай, Костян, покажи нам красивые виды, а то они у меня на странице не видели красивых видов. О, да. А то они, да, сидят, у тебя ничего не видят. Понятно, что пора. Классно. Слушай, а ты что там караулишь-то, не понял? Ты приехал от коронавируса прячься? Да, я от коронавируса, видишь, вот машинка. Да. Слушай, она у тебя стоит во Владе, она ездила вообще или нет? Нет, нет, просто вот я сделал, она так приезжает, но это летняя. Вынь. Это все понятно, а что она не ездит? Она потом нормально с ней, все в порядке? Не, ну по начале недельку поскрипывает, а потом это... То нормально. Я представляю, у нее машина за год вообще стоит. Там уже этот... Ну что, Костян? Красота? Вообще лепота. Были бы деньги, купился иномарку такую и ездил бы. Я про УИД, ладно, это иномарка. Так самый прикол же в чем? В этой машине. В смысле, самый. Давай, Костян, покажи. Самый прикол, да. Покажи. Мы-то кабриолеты не видели, а ну-ка, с подписчиками да, там с Воронежа. Подписчики твои не видели. Хоп, понимаешь? Да. Ебать, пиздец, а ну-ка! Вот. И ты смотри, такой, короче, весь такой важный, вот такой едешь. Важный? Ну ничего, что она праворукая, ничего? И ничего, что она 2005 года. Не бита, не крашена, при продаже на мой... Не крашена, не бита, 4,3. Понимаешь, объем? На сотку за сколько доходит? Разгоняется? За сотку за 5 секунд делает. 5 секунд? Вот. Я его маму делал 5 секунд. Да. Вот так. Класс, Костян. Номер один на селе, да? Да, я вообще здесь, ты чё? А ты, ещё корабль приехали покажи. Заниматься делами приехали заниматься. Корабль покажи. И браслет золотой есть? Да, дом. Что-то ты не подготовился сегодня. Корабль попозже буду показывать. Ладно. В сторисе. Приезжай в этот, будешь этот, матрос. Да, матросом будешь. На мачту будешь залазить. И прыгать, да. Все, Костян, я, короче, погнал подключать свет. Короче, здесь вот люди, подожди, да, все еще пишут, все выходим на улицу против Путина. Выходи я иду. Выходи на улицу там. Выходи сейчас. Сейчас? Я пошел тоже, встречаемся на улице. Давайте, все, через час на улице. Да, все. Да, против Путина. Давай, Костян, рад был видеть. Стоим. Пока. Это с Дом-2, что ли? Да, Костян. Ты знаешь его? Ну, конечно. Можно так общаться со всеми, которые все на этом. Все мои близкие, золотые времена, там все сердце. Яйцо показал какое-то. Вот так. А, вот так? Вот. Да? Так, посмотреть, кто у меня... А кто это сделал? Нехорошо, нехорошо. Что ты мне ученый наложил тут? Калач копченый. Так, этот не делал. Так, добавляем следующего. А из тебя и политик. О, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше ничего? Где вы? А ваше как? А ваше как? А ваше хабат? А наши, да. О, круто. А наши хабаб. Херсон, привет. Привет всем. Тагил рулит и разрулит в натуре. Привет, привет. А ты нас видишь вообще, малыш? Малыш вас не видит. Он в штанах у меня. Я глазами, Иван Андреевич вас видит. Иваныч, а ну покажи, что у тебя там. В штанах?
Конечно. Ты, короче, нахуярилась, да, малышка моя? Зая, я так тащусь, блядь, просто. Сердцу хочешь? Сердце, да. Сердце? Давай мне сердце. Слушай, хотел вас спросить, ты с Одессы? Малышки мои, вы вообще как вообще? Ты с Одессы? Я из Одессы. А мы с Херсона. А? А мы с Херсона. С Херсона? Че да. по арбузам, как там дела? Арбузы! Арбузы растут, скоро будут. Растут? Растут. Понял. Вы вообще как там на балконе? Не холодно вам? Иса моя, не холодно, честно, мы в теплых халатах. Мы в теплых халатах нам заезжаем. Что вы ржете, блядь, всем там весело? Помолчи, пожалуйста. Что за праздник? Праздник? Так. Иисус Христос воскрес, блядь. Ты, короче, вот в таком состоянии уже неделю, что ли, я не понял? Любовь моя, да, представь себе. Девочка моя маленькая, иди ко мне, это же я. Прости, дурака родная, меня реально черт попутал. Я давно не приезжаю. Ты меня просто... А? Мое сердце сейчас вот так вот бьется, вот так вот, вот бьется оно, понимаешь? Туки-туки? Туки-туки делает, да. One love? Туки-туки. Ой, блядь. Зая, ты просто именно не... Ты экстрасенс какой-то, блядь. Да, я вообще волшебный человек. Ты видишь, какой кулак? Ты на полвремя не спишь. Не, Марина, а который час у вас? У нас начало седьмого. Начало седьмого? Да. А у нас 43 минуты шестого. Охуеть, блядь. Прикинь? Не верю. Честно? У вас неправильно часы идут. А ты просто не переводила. Там же Зеленский сказал, что перевести на час вперед по Москве. Ты чё? Да пускай он поближе. Нет, там нет. Вот у тебя вот под это, под трусиками. Под, пускай он там сделает тебе ветер. Под трусиками? Угу. Не, а почему у меня? Вообще мужчины делают у женщин, так что, наверное, у тебя. Не хочу. Не хочешь? А подружку как зовут? Юлия. Юль. Ты ой, Марина, тебя вижу. Ты в этой компании самая адекватная, Юль. А чем я не вижу? Я адекватная. Да, или неадекватная. Я еще не разобрался. Не, адекватная. Неадекватная? Адекватная. Смотрю на тебя со своего телефона просто. А, класс. Короче, меня тут и там показывают, да, Юль? Ну, конечно. Я понял. А этот, что вы там, ну, в эфире? Если честно, я первый раз тебя в жизни вижу. Как бы я тебя не знаю. Давай познакомимся. Просто Марина мне решила познакомить. Чтобы ты знала, кто я. Ну, уже узнаю, только я не знаю вообще, кто ты такой. Слушай, решила вот познакомиться. Давай, год рождения 1991. Знак зодиака Лев. Вот, закончил 11 классов, поступил в лицей. Как бы, ну, на этом все. Красава. А о себе расскажи. Я дева 1990 года, 27 августа я родилась, короче, и больше не буду рассказывать. Почему? Ну, самое интересное, давай дальше. Во сколько был первый секс? Во сколько? Времени, да, в 9, в 10 было. 16 лет я родила дочку, у меня 13 лет дочке. 16 лет? Да, я дочку родила. Красава, красава. А муж первый есть? Секс я родила дочку. У меня 13 лет дочка. А муж есть? Нет. Правильно. Ты самка богомола, просто я вижу по глазам. Что бы говорил? Самка богомола, блядь. Сожру, блядь, дура. Прожую и выплюну. Понял меня? Так они же съедают. Ты. Как они могут выплюнуть? Дурная. Да неважно, выстру, значит, блядь. Мне вообще не срать. Да потому что он хули он гузит, блядь. Ты что? Ты что, борзый или что? Или твоя фамилия, блядь, все за тебя говорит? Слушай, я от тебя отпишусь, и мы с тобой дружить больше не будем. Поняла меня, если будешь меня кормить? Отписывайся, блядь! Ты что, думаешь, я испугалась? Не мочи, не гони, блядь, не надо. А ты сидела, нет? По малолетке было? Хорошо, спасибо. Идите на кухню, хорошо. Не твое дело, собачье. А ты что грубишь?
Марин, дети попросили помолчать. Тише, ты понял меня? Рот закрой, что я тебе сказал. Что? Все, блядь? А ты не умеешь злиться, ты улыбаешься, когда злишься. А что я так улыбаюсь, реально? Я что так себя вижу, блядь, сдалека? Ты не умеешь злиться, ты улыбаешься сразу. Слушай, вы такие классные, честно. Вот у меня, если была бы возможность в Херсон приехать, я бы сейчас с вами забухал бы, реально. Приезжай. Да, если бы и зимой бы обнял бы тебя и спал бы в твоем халате в этом красном. Нет, не получится, это мой халат. А у тебя мужчина есть? Неважно. Нету. Что значит неважно? Нету, понимаешь? А ты что? Нет, если ты хочешь быть моим мужчиной... Нет, честно... Я не соглашусь. Честно хочу сказать тебе, у тебя глаза такие блядские, блядь. Где он находится? В доме 2? В доме 2. В хуе 2, блядь. В хуе 2 он находится, блядь. Слушай, ну, я на самом деле очень рад, что у нас будущие мамы, наше будущее поколение, которое будет воспитывать детей, вот такие, как вы. Вот прям... А, ты хочешь нас обосрать? Я тебе хочу сказать... Вот тебе, понял? Зайди на мою страничку, если ты сомневаешься. Моя дочка занимается, Наталья Легай, победительница, танцует все. Да-да. У меня дочка танцует везде. Слушай, у меня есть друг, я тебе сейчас расскажу. Он когда бухает, он такую херню несет, что он, блядь, чемпион мира по боксу, сразу лезет драться, блядь. Ему сразу ебальник открывает. Но моя дочка тоже занимается кикбоксингом. У этого классного пацана, который занял до хера. Вот это у Сереги, который челюсти вот такой ходит. Серега, да? Который поп-поп-поп, бочка, чик. Да, вот это. А ты, походу... Нет, ты, походу, там у него занимался, да? Ты знаешь о нем. Разговоришь. А шо? А шо? А нихуя, блядь. Разбазаришь, разговоришь, значит, знаешь, про кого говоришь. Правильно? Слышал я за тебя на районе, рассказывают дела, что ты там нехорошими вещами занимаешься по подвалам. Да это вообще не ваше дело, блядь, занимайтесь своим веселым. Веселым? Красиво. Там, блядь, извините. Ну ты красивая девушка, ну ты же такая красивая, ну правда, очень красивая. А что ты так себя ведешь? Тебе же не идет. Зачем не ты идет? Быдло себя ведешь. А тебе идет? Я-то дурак бы припизнутый по жизни, ну ты же красивая. А я тоже, привет, блядь, понял? Привет. Блин, у тебя такие комментарии пишут, боже, аж бесит. А ты не читай комментарии, ты же популярная, ты должна была привыкнуть к этому. На районе всегда такое говорят, но только за спиной. Бля, только говорят за спиной, так некрасиво, парни, когда пишут. Вон шлюха пошла, в 16 лет трахала здесь, ходила. Да, ну каждый ж по-своему, да, никто ж не понимает, что и как в жизни у кого. Ну да. Никто этого не понимает, начинается писать. Нет, кстати, знаешь, Ванька, смотрела «Дом 2», я этого не смотрю, я не смотрю, я не понимаю. Ваня, смотрела «Дом 2», отвечаю, блин, вот ты мне так нравился в этом «Доме 2», блин, ну, душа лежит к тебе, честно. Ну да, ну как человеку, ну, ничего больше. Только что гадости про меня говорила, как тебе может душа лежать? Да потому что просто... Что? Немножко погуляли сегодня. Мы Пасху сегодня просто отметили. Так у нас было 3 дня назад. Но мы приехали. Мы приехали просто. Куда? Мы доехали только до Пасхи. Понятно. Понял? Да. Классно. Ну, рад был с вами пообщаться, девчонки. Нет. ПП. Че ПП? Овцы. Боже, у тебя такое пишет, бред. Овцы. Господи, если бы ты приехала в Херсон, была бы ты овцой, или ты овцой, и потерялась бы ты в жизни нахер постоянно. Боже, а что эти за подписчики такие? А может, это твои? У меня такое не пишут. Нет, дорогой, нет, у меня таких нету. Я вообще, если честно, это я первый раз... Они, видимо, сколько бухают, пишут. Сколько... Нет, родные, простите, мы бухаем 4 дня. 4 дня? Нет, нет, это шутка, нет, я извиняюсь. Нет. Сколько? Я уже в Инстаграме год, наверное. Вчера, первый мне раз в жизни я вот так вот с кем-то
согласилась. Короче, то есть... давайте, друзья мои, не бухайте. Вам мира, не добра. Короче, длиннее, давай будем. Пока. Нет. Что значит нет? И Андреевич решает, да, или нет? Смотри, нет у нас. Так, дальше. Яночка вот хочет добавиться в прямой эфир. Светик, Светик, как бы ты что, не понял, с текстом надо заниматься, не в эфире у меня. Этот, тому уж романтик же замутил. А до сих пор жжется? No. Давай сделай прямо дело. Давай, да. Давай, прикольно. Так. Может, там уже-то нету, блядь. А нет. Здравствуйте. Алло. Не соединилась. Крис. Марина. Марина, вот. Марина, здравствуйте. Так, так, так. А ну, угадайте, кто делает вот так? Так, так, так. О, салам алейкум. Алейкум салям. Отвечаю тебя. Опять, прикинь, Маринку добавил только что. Да. Так. Прикинь. Здравствуйте. Эх, Иван Андреевич. А там они запрос отправляют. Да, нет. Ну, у тебя нету. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы в ресторане, что ли, в каком-то сидите? Вы в ресторане, что ли, в каком-то сидите? А где? Да нет. Зоомагазин, Вань, ты что? Видишь, я думал, что на карусели сначала. Я думал, что на карусели сначала. Плохо? Как дела? Собаку хочу плохо. Себе завести, не знаю какой породы. Собаку какой порекомендуете? Не знаю какой породы. Какой порекомендуете? У меня ну, чихуа маленькая. Ну они же недоразвитые эти собаки, ну они звучат. Ну они же недоразвитые эти собаки, ну они звучат. Она только и делала, что сыт в тапке. Она только и делала, что сыт в тапке. Ну это как приучишь. А у тебя сыт в тапке? Не знаю я. А у тебя сыт в тапке? Сыт в тапке у тебя? Что? Сыт в тапке у тебя? Может... Заведи себе, знаешь, какую-то собачку. У меня здесь есть такса одна, вот сидит. У меня здесь есть такса одна, вот сидит. Я это не такса. Я это не такса. Ничего не понимаю. Вот он сыт нам в тапке ходит. Я утром просыпаюсь, насала мне в тапке чихуахуа. Я утром просыпаюсь, насала мне в тапке чихуахуа. Да я не знаю, как вот как со взрослой сучкой общаться. Ну, алло. Отключилась что-то тетка. Так. Какие собачки называются, которые такие... Нет, которые у Пугачева тоже. Так, следующий контингент. Интересно, слушай, интересно. Крошка подавился. Крошка-картошка. А, отменили уже прямой эфир. Так, ну что, есть смелые? Смелые. Марина Голубенка. Как отменили? Что за Марина? Марина. Больше часа, что ли? А? Больше часа нельзя? А, кстати, больше часа нельзя. Сейчас меня выкинет, ребят. Ну что ты, родная? Ты переосмыслила свое поведение? Дорогой, конечно. Извиняйся перед подписчиками свое хамское поведение. Идите нахуй. Ты молодец. Тебе я прям чувствую, как скоро лицо разобьют на районе за такое общение. Они за ней будут бить. А, они прям потому будут бить по лицу и прыгать тебе. Потому что мы гроза района. Не будут, поверь. Ну, а как, вообще... как ты считаешь, ты с таким отношением нормального мужика себе найдешь? А я не ищу. Ну так ты всю жизнь будешь на балалайке играть тогда. Нет, ну, дорогой, так. Нет, ты ошибаешься. Ну что нет? На балалайке будут играть те, кто мурчат. Прям вот с тобой диалог, прям классно, вот интересно с тобой общаться. А подожди, а можно вопрос? А кто вообще? Я тебе не звонила, по-моему, вот сейчас. В смысле не звонила? Ты мне, у тебя мой WhatsApp есть, ты мне всегда звонишь. Да? Да, в деньги на бутылку хочешь занять.
Причем да, конечно, это в 5 утра примерно. Ты сказал, говоришь, что закусон я уже нашла, мне не хватает немного. Не, ну ты уже начинаешь преувеличивать. Да, не гони, ты начинаешь преувеличивать, начинаешь сказать подписчиков, начинаешь, ты уже начинаешь пугать. Да. Ванюшек, ну, это уже не малыш мой, пожалуйста. Все, это уже не гони. Неадекватно. Неадекватно отключаю. Ладно. Говорил тебе. Иван. Мурчалка. О, давай, Ангелина какая-то. Давай, Сисиандра чем-нибудь. Любу добавлять? Давай Любу, блядь. Любу? Любу в эфир хотят все. Любу. Любань, ну ты где? Ты пропала-то. Ну что там, Ангелин? Ты идешь? Нет? Потому что тут все, Ангелина, короче. Больше даже не вздумай себе добавляться, потому что я больше не добавлю. Так, как эту тетку? Надо было Италию показать, пиво и Рим. Как эту тетку звали? Блин. Марина Голубева. Все, я тебя заблокирую, я тебя найду. Понял? А зачем ты ее блокировал? Веселая девочка. Так. Давай Вячеслава добавь. Зачем? Тебя что ли? Что ты хочешь сказать? Поулываться я надо сделать? Алло! Алло, база. База, алло. Вы меня слышите, база? Сейчас мамка зайдет, телефон заберет у вас. Алло. База, база. Пс, пс, пс. Ладно. Дальше. Смотрим, кто у нас есть. Светка смотрит. Светуль, ну ты что? Как там, делишки? Перерыве в прямой эфир смотрите. Так, что тут у вас происходит? Алло. Алло. Алло, база, база. Тетя, вы меня слышите? Тетя. Тетя. Все, пока. Все, неадекваты пошли, короче, попросыпались. Где нормальные адекваты? Хочу. Кто хочет в эфир? Давайте, добавляйте. Он отправит запрос. Нажимайте. О! Алло! База. База. Слышно, база. В чем прикол? Добавится и отморозится потом. Мне скажи, пожалуйста. Не понимаю. Может, не знаю, как делать. Я вообще не знаю. Так. Все, я, короче, больше никого не буду добавлять в эфир. В общем. Так. Там спят, видимо. Они, слышу, они сквозь сон. Да, Барсикова эфир, надо сейчас зайти. Чик-чик. Ждем Марину. Давай, Марину. Любу. Привязали Любу к дубу, все ебут, а я не буду. Такой сегодня интересный эфирчик у нас получился, да? Офигенно, да. Мы фильм будем... Опа! Привет! Здрасте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Оттуда. Как ваше ничего? Все хорошо. Вот сижу, дом 2 смотрю. Дом 2 смотрите? Да. И тут и там показывают, что ли? Конечно. Как же без этого? А вы с какого города? С Биробиджана, с Еврейской автономной области. Классно. Весело у вас там? А, конечно, на карантине сидеть. Зато все серии «Дом 2» можно посмотреть. Видите, как классно вам везет. Да. А «Зачарованные» смотрели? Нет. Вот девушка у нас сидит уже 8-ю неделю, досматривает «Зачарованные». После этого сериала ест лук и приходит к нам в гости, у нее сорта воняет. Это нормально сказать? Вот она. Ее причем Катя зовут. Вот, да. Нет. И она любит пожрать, побухать. И она, знаете что, она приходит в гости, она с 15 этажа. Знаете, что она первое делает? Она куляк, залезла в холодос, пробила, что можно поесть.
поела. Такая, она даже иногда может с нами не разговаривать. И ушла, да. У нее лифт едет на два этажа. Это на 8-й с 15-го и на 1-й. И в лобби. На улице. На 1-й. Грустно на вас смотреть. А вы что, на проект не хотите вернуться? А? На проект не хотите вернуться? Очень хочу. Там возвращаться. Говорят. Пойдешь со мной? Я с вами. За меня пойдешь? Я очень молодая. Сколько тебе? 21 год. А я стар, суперстар. Поэтому она не знает вчера. Конечно. А 21 это уже молодая, да? Я думал, молодая 16. 21 это уже как бы все можно. Уже пивасики да? Даже продают. Ну да. Ну я смотрю, что на проект 19-летний, 18-летний приходит, это бред какой-то. Бред, я да? Я бы половину то есть надо в 30-ку припереться нереализованной толстой бабе, да, и сидеть строить отношения, да? Не, ну почему 25, хотя бы 21, а то эти малолетки только проекты портят. Портят, да? Таким малолеткам, как ты, неинтересно смотреть, да? На таких же малолеток, как ты. Конечно. Понятно. Ты чё руку чешешь? А что такое? Коронавирус у тебя? Нет, извините, я таким не болею. Я думал, ты таким не занимаешься. А чем занимаешься в жизни своей? Учишься? Фигурным катанием для себя. Фигурным катанием? Интересно, как долго занимаешься? 7 лет. 7 лет? Как успех? Есть результаты какие-то? Может, на районе лучше всех? Конечно, я детей обучаю. А? Детей обучаю в Хабаровске, обучаю детей. Слушай, круто вообще, молодец. Вот сейчас горжусь с тобой. Правильно? Ты вообще нахер тот дом был, блин. Правда. Молодец, я тоже люблю очень катать. А на сноуборде катаешься? Нет, я на роликах катаюсь. На роликах? Да. А на велосипеде катаешься, на руле? Умеешь? Ну так, знаешь, как раньше? Взрослые старшаки как садились. Едут, а ты на руле едешь вот так на речку. У нас Катюха так ездила. Я так ездила. Я ж не сомневался. Нет? Понятно, понятно. Слушай, ну все, Хабаровску привет, обнял, поднял. Хорошо, передам. Дом 2 передал тебе. Все. Пока. Пока. До свидания. И чё? Рядом Хабаров. Да ладно, ты ещё рядом. О, да ладно, ты созрела на прямой эфир, накрасили что ли там, девчонки? Сейчас, Славян. Люба. 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 Опа-на. Алло, алло. Опа-на, ничего себе, чат-рулетка. Кого там занесло? Да, вот так вот. Как вас зовут, девушка? Представьтесь, с какого вы города? Владивосток. Славян, смотри. Что? Так слышно плохо, если честно? Плохо слышно? На набережной стою, да. Смотри, как у нас тепло, офигенно. Короче, на море, на море выходить нельзя, вы в машине сидите, да? Да. Я за кофе ходила, а сейчас в машину села. Пидстопчики у нас работают. Что? Пидстопчики. Угу. Понятно. И что, какие планы? Чем занимаетесь? Куда едете? Поеду-ка я. Пожру. Долго и поем, да. Пофоткаюсь поеду, да? Поеду я пофоткаюсь. Ну я ж только этим же занимаюсь, да. Фоткаюсь. Я на самом деле не сомневался. Скажите, пожалуйста, чем во Владивостоке, кроме набережной, еще и кофе можно позаниматься? Настольные игры можно поиграть? Сейчас у нас вообще просто все закрыто. Все закрыто? Угу. Понятно. У нас тоже все закрыто. Угу. Вот пиво открыли. А ты сейчас? Я что-то не смотрела, не следила за инстаграмчиком твоим. Ну, а как ты можешь не следить? Вот. Да. А сколько времени сейчас? Утро, 5 утра. Да? 5 утра, все ж пьют. Утро? 5 утра. Да. У нас уже час дня. Майами мы. Здесь в засаде сидим, застряли. Ну, где вообще? А? Классно.
Везет. Ну, классно. Конечно, классно. А сама знаешь, блин, это тебе не Таиланд. Вот я на набережной. Наша центровая набережная. Слушай, а этот, как он? Гулять можно по набережной или нет? Да, ходят, гуляют, народу очень много. А полиция не вылавливает? Не знаю, я не видела еще ни разу, чтобы кто-то подходил. Ну, вот говорят, что смотрят. Смотрят, да? Ага. Ну, редко. Все равно же дома надо сидеть, пока этот на карантине. Ты веришь в коронавирус или нет? Честно, вообще не знаю. Мне из знакомых и знакомых еще никто не заболел. Ну, хотя у нас очень много. У нас 200 человек уже. Ну, это 10? Прилично. 200. А, 200? Ага. У нас пока нету. Нет, здесь есть. Где? В Америке, что ли? Да, в Америке никто не болеет коронавирусом. Да ну, ты что? Да, это все обман. Все обман. Да, серьезно? Да. Представляешь? А в Таиланде бухло запретили продавать. Это самое главное. Это отлично. В Паттайе, да? Но я туда больше не поеду. Как я буду без винчика своего? С Эл-Нелэлом. Обходиться? Я знаю место, где можно купить, если что. Ладно, Вань, поеду я. Куда, по бизнесу? Поеду я, да. В магазин заеду, надо же кушать готовить. Серьезно? Ребеночка, да. Давай, давай. Все, тогда обнял-поднял во Владивостоку, привет. Давай. Пока. Сейчас опять эту Настюху добавлю. Чё, блядь? Чили не чина. Давай, Любу, Любу. Алло. Я что там за кадром? Смотри, вот это людей реакция, конечно, сильно. Не-не-не. Все пропало. Все же нажито непосильным трудом. Алло. Здрасте. Здорово. Честно, даже не ожидала. Я сам не ожидал. Я немножко не была даже готова к этому. Мне кажется, вы в полнооружии. Серьезно? Да. Давно? Ну чё, как у вас? Ну чё, раздеваться будешь? Не сегодня. Не сегодня? Может быть, завтра? Может быть. После обеда давай. После обеда что там, полнолуние или затмение начинается после обеда? Все, что хочешь. Я хочу секс втроем. О-хо-хо. Нифига себе, ты разогнался. Я еще не разгонялся, я на старте. А, даже так? Да, девка моя. Ну что, как у вас там? Девочка моя. Как там у вас? Бровястая. Что у вас там? Сладкая моя. Могу тебя назвать сладкая? Ой, подожди секунду, пожалуйста. Ребёнка возбудил. Сейчас, подожди. Давай. Что такое? Там уже грудью кормить надо. Что такое? Давай, начинай. Да ё-моё, это не мой ребёнок. Какая разница, корми. Корми грудью, говорю. Нет. Нет груди или не будешь? Максим, нет, грудь-то есть как бы. Все нормально. Все нормально? Ну да. А мужик есть у тебя? Ой, как бы непонятно, если честно. Вообще куча на самом деле. Что-что? На самом деле, говорю, вообще дофига. Мужиков? Просто... Да вообще всю губу обоссали. Ну, ты, короче, пользуешься популярностью, да, все в городе? Ну, не знаю. А ты в каком, из какого города? Нерингри. А, ну да, я слышал за тебя там, мне все говорили. Что, ой, да, конечно. Что есть конечно. Одна малышка, говорит, сисюли большие, у нее брови просто издалека видно. Может быть, кстати, да, такое и говорят. Да, слышали за тебя? По-любому. Но я думаю, только хорошее. Знаю тебя только с хорошей стороны, конечно. Этот, а чем ты занимаешься? Расскажи о себе. Значит, по профессии я повар. Коллега мой. Да ты что? Да. Вот.
а еще кондитер. Ну, ну, видно, что кондитер, конечно. Щечки вон какие. Пухленькие. Есть маленько. Да. Карантин дает о себе знать. Это не карантин, это гены. Думаешь? Не уверен. А гены пальцем не раздавишь, да? А? А гены пальцем не раздавишь, как говорят. Я такое выражение не слышал. Ну, ну и что? Ну, ничего, ничего. Дальше что? Мы повар, дальше, дальше. Ну, все, повар. Что еще тебе сказать? Работаешь по профессии? Да. А ты смотрела этот, как его, самый лучший фильм? Комедия. Нет. Там такой... Как так называется? Да, там такой момент был. Только не обижайся, я пошучу. Так, господи. Билл, кто трахнул общую, общую повариху? И Белоснежка стоит с бутербродом. Так. Не смотрела? Нет. Посмотри, ну, самый лучший, это Comedy Club. Comedy Club его снимал. Понравится тебе. Ладно, хорошо, спасибо за совет. Ты скажи лучше, как у вас там карантин? Все так страшно или... Ничего нет? Не страшно, ты что? Все гуляют, все работает, все открыто. Вообще пиво пьем, сейчас сидим вот. Видишь? Не, серьезно. Да, серьезно. Ну, люди умирают только, а так... Фигня вообще. Да, подумай. Они как бы и так все время умирают. Просто сейчас по телевизору говорят об этом. Вот. И все. А так все нормально. Из-за того, что этот, сейчас еще парикмахерские закрыты из-за карантина, брови не могу выщипать. Да точно, да. Это вообще, конечно, фигово. А? Это, конечно, фигово. Ну да, видишь. Слушай, ты мне так нравишься, такая веселая. А сколько тебе, сколько лет тебе? 18? 22. А, 22. Не ори на меня, ты чё? А чё ты? Ты сидела, что ли? А, да, я ж подружка Маринки. Маринка вообще ёбнутая попалась нам. Ты видела вообще? Крышак пробитый. Ей за такие слова ей мужики били лицо, я знаю её. Она ж Херсона. Нет, девчонка-то красивая же. Вот в том-то и дело, понимаешь? Ну, сейчас время такое, понимаешь? Знаешь, я иногда думаю, что девчонки? Все-таки должна девушка быть умной, а не красивой. Знаешь, я тоже так считаю. Да, вот видишь, ты прекрасна, брови твои волшебные. Пойдешь за меня? Ой, опять что ли? В армию? Опять что ли? В армию, кстати, я раньше хотела в армию. Чего раньше? Раньше я очень хотела в армию попасть. Я не сомневаюсь в тебе. Я смотрю, ты вообще такая девчуля боевая. Ты, если что, Маринку увидишь, знаешь, ты за меня ей дай по бороде, потому что так не по понятиям будет, если я ей секу. А если да, нормально. Ладно. Да, Славян у меня друг есть, он больше есть ночью, смотри. У вас еще ночь? Он тоже любит пожрать. Борщ, смотри, лупит из общика. Из общей, поваренок, смотри. Ой, молодцы какие. Сначала пиво все выпил дома, а сейчас борщ ест. Вы пиво борщом закусываете? А? Вы пиво, говорю, борщом закусываете, что ли? Уф, видишь, у кого какой кризис в стране, денег нет, как ты хотел. Как... Выкручиваемся как можем. Он просто закусывает мяском, чтобы переварило, чтобы не так развезло его. Сейчас косяк пойдем курить. Ты куришь косяк? Не, я вообще не курю. А сигареты? Правильно. Потому что девушки, которые курят, кончат раком. Нет. Что? 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 И то. Которые курят, раком кончат. Девушки. А, да ты что? Не знала? Нет. На районе расскажешь шутку, потом пошутишь как. Все. Я тебя люблю, целую, обнимаю. Приятно было познакомиться, пообщаться. Ладно. Давай, шли. Пока. Белоснежка. Давай, так. Люба, давай. Люба, женщина. Любы вообще нет, она ушла. Любы нету. Блин, да ладно. Просто. Вот. Знаешь, как этот, который, кот, который не понимает, которого снимает, он все время в камеру лезет.
Марина опять здесь. Марина, ну что, блин, отправляйте запросы. А ты что, заблокировал? Нет, не блокировал. Может, она какой-то... Может, она угомонилась, протрезвела, ты думаешь? Вряд ли. Не думаю. Она на том же месте и сидит, ты посмотри. Ты, короче, ты чи или не чи, я не понял, а? Чи? Я свой. Ты свой герой? Да. Верни мои 18 лет. Прости, не могу. Слушай, Аня там нормально себя чувствует? У нее не передоз? Все нормально. Нормально. Кто Аня? Вот это Юля. Кто? Все отлично. Слушай, а вы почему локацию не меняете? У вас ремонт в комнате? Вы на балконе бухаете? Да. Дети спят. Дети спят? А, так вы всем хамите, на балконе сидите, да? А ты почему такой грубый и жесткий? И... Как так можно вообще общаться с людьми? А у Жени я, есть такой? В том-то и дело, что с людьми я нормально общаюсь, а с вами вот как получается. А что-то не слышно. А мы не люди. Мы для тебя не люди. Вы черти, поняла? Ты черт. Жестко? Или нет? Я не шутил. Ха-ха, блядь. Очень смешно. Ну, и очень некрасиво. Слушай, ну судя по твоему выражению лица, тебе не прям смешно. Тебе прям, ну, как бы на троечку смешно. Если честно, был бы ты рядом, я пнула бы в лицо. Ты вот эти свои прелюдии оставь при себе. Если у вас там в городе так с мужчинами заигрывают, как бы это в большом свете это не приветствуется, я тебе так скажу. А никто не заигрывает, если это мужчина. Ну... Да вы сейчас подеретесь там, поножовщина сейчас будет. Сейчас Маринка отдохнет нормально. Все. Сейчас 5 минут, ребят, сразу пройдет, она ее попустит, мы ее добавим. Так, Марин, ты где? Давай, да я закидываю. Она сейчас хотела в лицо мне каркамыть. Бешеная, бешеная. Вы не девочки, вы черти. Алло. Алло. У вас сейчас под гординник упадет. Ой. А мне, наверное, уже кажется, скоро он уже кончится, нет? Я только назад, полчаса назад включил. Олечку добавим. А Олечка, по-моему, уже была у нас в эфире, да? Mm-hmm. Нет? Mm-hmm. Так, Олечка отменилась. Ладно. Паша. Вот Паша вроде нормальный пацан должен быть. Так, Павлик не соскочит. Пах, ну чё? Пах! Ой, Иван! Ну, Пах! Кто это, Ванька? Ну как ты, па? Ты чё, ты татухи себя замутил, что ли, па? Да, да, набили вам вчера. А зачем? Ребятки нарисовали, хули. Денег заплатили мне за это. А, тебе еще и денег заплатили? Конечно, конечно, Ваня. Сколько можно было рубануть? Я тоже, может, хочу куш сорвать, кассу, сколько можно? Блять, достаточно. Тебе хватит, точно. Твоя улыбка будет сверкать еще сильнее. Еще сильнее? Конечно. Охренеть, куда сильнее, Пах. Ну сколько рубануть капусты можно-то? Пару лимончиков. Пару лимончиков? Ага. Да вот эту красоту? Конечно, конечно, Ванька. Так это два фрукта получается, да? Два лимона, два фрукта? Да. Ты из какого города? Екатеринбург. Слушай, а у вас как с погодой там? Дождливо или нет? А что я тебе покажу? Снег. Да ладно. Степа Меньшиков жил вон в том доме в красненьком. Офигеть. Это вот недавно он же прилетал, да? Да, но я его не видел, как бы, но знаю. Очуметь. Вот такие дела. Понятно. А сколько времени? Время? Хороший вопрос. Где-то 8. На работу ходите или нет? Не, какая работа? Ты что, рабочий класс отдыхает. А ты работаешь или нет? Нет, нет. Ты бандит, да? Я самый милый человек на земле, ты чё? Пах, мне за тебя рассказывали, что там всех на районе вообще держат как можешь, в кулаке. Все носят деньги. Да, я живу в деревне, вон моя избушка где-то там, подальше, короче. А-а-а.
Фах, ну понятно, но ты в коронавирус веришь или нет? Как досуг проводишь вообще дома? Я не верю. Не веришь? Нет. Дома не сижу, отдыхаю, гуляю, все в штатном режиме. Все как по-старому, да? Да, да, да. Ну, смысл верить, это нагнетание, я считаю. Что, политический ход, не мне тебе это рассказывать. Обманывают наш братский народ на денежку, да? Конечно, блядь. Малый бизнес погубили, экономики, все, жара, считай. Ну, понятно. А потом будут говорить опять, сколько нам времени и денег надо, чтобы это все восстановить, да? Ну, сколько с 90-х прошло, 30 лет, вот столько же и понадобится. Все, Пах, понял тебя. Подключаю следующего. Рад давай, был удачи, видеть, удачи. Познакомиться, давай. На связи. Вот такой замечательный Паша из Екатеринбурга у нас был. Так, Виктория, давай Викторию под. Я на самом деле уже немножко устал, поэтому давайте последние несколько эфиров и... Ой, это я перевернул камеру. Кого? Давайте нашу любимицу, Маринку. Любу, Любу. Марин? Ну, конечно, Марину Голубеву. Это Марина. Ну что, ты опять как? Опять Марина. Как ты, родная моя? Девочка моя маленькая. Ванька, ты соскучилась по мне, дорогой? Я без тебя на самом деле жить не могу. Хочу с тобой просыпаться. Ну, это все в твоих руках на самом-то деле. Да? Я тогда как только границы открывают, я знаешь, что делаю? Вылетаю в Херсон. Вот так? Ну, ты ж понимаешь... Что сразу все не перепадет, я знаю. Цветы, ухаживания, все будет, как ты любишь. Шампанское дорогое и корочка черная. Ах ты, сука. Ах ты просто, блин, просто... Да? Язва. Я, ты я язва. Я тебе больше скажу, я возьму водки с собой. Да какая водка? Я не пью, не гони. А что, ты по каким напиткам двигаешься? По каким? Двигаюсь? Ну да, двигайся. Что пьешь, что пьешь, что баба предпочитает, какие вкусы. Чем баба? Баловать? Чем баловать? Леша, Ваня, давай ты не будешь. Тебя же Ваня зовут или нет, как? Какой я Ваня? Ты что, уже с балуна, что ли? Какой я Ваня? Я Игорь. Игорь. Так. Не гони лошадей, блин. Вперед не надо, да, спешить? Я понял, ты не любишь торопливых. Зачем ты грубишь? Ты опять начала? Ну, блядь, ну не красиво общаться с девушками. Ну, блядь, надо ж нормально общаться с девушками. Ну, окей, расскажи, может, тебя... чем ты занимаешься? Скажи ей, чтобы, скажи, чтобы она помолчала, либо ты ей сейчас. Но чем реально. Ты занимаешься? В жизни? Конечно. За общиком смотрю. Как? За общиком смотрю. За общиком? Да. А серьезный ты... общак? Да. 350 рублей. Ух, так мало, блин. В смысле мало? Это большие деньги. Знаешь, у меня на районе никому доверить такую сумму нельзя. Серьезно? Ну, конечно. А что ты флиртуешь со мной? Не, ну ты прям Сонька золотая ручка, блин, какая-то. Нет, я Эдгар золотые ручки. Как? Эдгард? Эдгард, Эдгард. Эдгард, вау, ну это коронное имя. Да. Да. Ты на работу идешь? А что ты ешь? Семечки. На работу? Да, семечки. Нет, я на работу не иду, у меня закрытый магазин мой. А что ты делаешь? Закрыли. А ничего, на карантине. Не, а какая работа твоя, в чем заключается? Я продавец-консультант обычный. Ничего себе. Представляешь? Магазин нет. Одежды, да. Слушай, ну а было такое, что тебе кто-то хамил на работе? Хамил? Был. Но. Нет, но, если честно, я очень сдержанный человек и умею общаться с людьми. Я прям, но когда я прям как увидел, так сразу и подумал так о тебе. А, нет, я серьезно тебе говорю. Я тоже серьезно. На самом деле, я очень сдержанный человек и умею общаться с людьми, когда это нужно. Но если я выпью больше, чем нужно, ага, я не умею общаться с людьми. А можно вопрос, сколько тебе нужно? А мне нужно... Да хуя.
А мне нужно столько, сколько я осилю. А сколько ты осилишь? А это уже не твое дело, это уже мое дело. Ну так, давай, давай так, бутылку осилишь или нет? Бутылку? Больше. Нет. Бутылку пива? Нет, ты что, это много. Развезет, да, тебя от бутылки пива? Конечно. Я вот вчера бутылку выпила, просто возле унитаза сидела всю ночь, представляешь? Мне кажется, ты просто это отравилась. Это было очень. Ты просто отравилась. Отравилась? Ну, конечно. А чем? Ну, я ела, например, домашние вареньки, сама готовила, представляешь? Боже, это же понятно тогда, откуда эта блевотня была. Ты же и готовила. Не гони, блядь, дети ели эти мои вареники, ты чё? Да дети, знаешь, дети ели у них организм вареники. Посильнее, они переваривают пока что. А у тебя уже возраст, видишь, слабенький уже организм, всё. Подожди, мне только 25, не гони, блядь, лошадей. Мне только 25? Ну, конечно. А уже желудок шалит у тебя в 25. Что будет дальше? Нет, у меня всё хорошо. У кого? Не надо. У меня. Мне похуй. Ну, конечно, ты беспредельщица. Полная причем. Да, ты даже на красный свет дорогу переходишь. Я слышал, где в городе. Бывает. Да? Да. Понятно. Ну, когда если, понял, если светофор не работает, зеленый, я жду, а его нет, все, нет и нет. Думаю, ну, а что мне делать, стоять или что? Еще на желтый можешь переходить. Переходила на желтый когда-нибудь или нет? На желтый? Да. Ну, нет, я еще подумаю, переходить или нет. Понятно. А на красное люблю. Красное сухое? Люблю переходить. Это красное мой самый сухое? Любимый цвет. Это мой любимый цвет. Да, я вижу по твоему халату. Сколько ему уже и? Лет? Сколько ему лет халату этому? Года 3? Не твое дело. Собачье добавь. Подружка, надо домой прийти. А? Не твое собачье дело, добавь. Ты что-то как-то чересчур... Ну, сколько? Не хочу. Спокойно разговариваешь. Спокойно? Ну. Тебе нравится? А что, как за продукты продаешь? Вот продавец-консультант в какой области? Вещи. Одежда. Одежда? Это в H&M, что ли? В магазине H&M? Нет. МФ, бляха-муха. Кафе? На Дом 2 её. И всем будет пизда на Дом 2. МХ. 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 Ты что, спрятался? Ваня. Ну так же некрасиво вообще делать. На рынке, на хуй. Ванька, а ну вернись обратно. Не мочи, бля, давай иди сюда. Поговори со мной. Ну мне скучно, я хочу поговорить. Ты что спрятался там? А ну давай пальчиком еще нажми там где-нибудь и отключись. Не смейся, бля, так сильно. Где, блядь? Слушайте вы, блядь, подписчики Вани, идите вы нахуй все, поняли вы? Ну, те, кто хуёво пишет там, вот вы идите нахуй. А ты, Ваня, вернись обратно. Марина, Марина, я не буду говорить. Иди нахуй.
понимаете, ребят, в какой стране мы живем вообще, нет? Ее прихватило сейчас, вот, пошла сейчас, да, бум-бум. Слышите эти звуки? Интересно, да, сегодня прямой эфир получился у нас? Их там вообще щемят по-жесткому, конечно, вон. Слушай, ну в этой ночью непобедимо просто. Добавь ее еще раз. Нет, я пока нету. Она не добавляется, вы представляете? А ну-ка. Нет, я нету. Милка, Милка. Так, отменилась. Есть, дальше. Так, все, мы же договорились. Последние два человека было. Все. Если сейчас искакают. Алло. Мы договорились, последние два человека было. Все, если сейчас искакают. Класс, вы просто гениальный чат. Да нет, кто-то просто добавил мой телефон. У меня целых три подписчика. Ладно, все, друзья, приятно было пообщаться, уже задолбался, честно. Так, девчонки, кстати, кто хочет похудеть, заказывайте капсулу Лида. Где ты делал банку? Последняя реклама вам на ночь. У меня в шапке профиля есть ссылочка на интернет-магазин. Кто хочет похудеть на 7-12 килограмм за месяц, потому что сейчас карантин, дома уже сидите, жрете. Доставка 10-14 дней до вашего города. Переходите и заказывайте, читайте больше. Информация. Капсулы на натуральной основе, полезны и без вреда для организма похудеть. Все. Вся информация в директ.